Ваша честь. Истец – пример человека, который сделал себя сам. До 18 лет Михаил Лужин жил в небольшом городе, где в те смутные годы его сверстники спивались или становились наркоманами. Но Михаил вырвался, приехал в столицу и начал работать на стройке. Вкалывал за троих, спал в подсобках, голодал, чтобы сэкономить на обучении. Стал прорабом, потом руководителем строительной площадки и, наконец, директором строительной компании. Ближе к делу. Да-да. По приезде в столицу рядом с Михаилом Лужиным была женщина, которая впоследствии стала его женой. Женщина, которая не работала и дня, прошу это заметить. Была ли она поддержкой и опорой ему? Нет. Она, что называется, сидела на его шее и тратила заработанные им потом и кровью деньги. Это ложь! Вера, не переживайте. Но год назад в семейном бизнесе Лужиных случился финансовый кризис, и Михаил был вынужден занять крупную сумму денег в размере 200 тысяч долларов. В соответствии с законом, эта сумма должна быть при разводе поделена между супругами поровну. И так как Вера Лужина не располагает собственными финансами, то эта сумма будет вычтена из ее половины имущества, единственного дома семьи Лужиных. Стоимость дома будет поделена пополам, и ответчик должна будет выплатить из своей половины половину семейного долга, а именно 100 тысяч долларов. Мне тогда ничего не останется. Вера, я буду жить после развода. Не переживайте, все хорошо. У вас все? Да, Ваша честь. Слово адвокату ответчика. Ваша честь, как легко очернить человека, просто умолчав правду. Вера Лужина 18 лет вышла замуж, родила сына, через 4 года дочь. И все это время Вера училась, получала экономическое образование. Знаете зачем? Затем, чтобы после открытия ее мужем его первой маленькой строительной фирмы стать для него бесплатным бухгалтером. С каждым годом эта фирма росла и развивалась, превратившись в большую серьезную компанию. Бред! А, кстати, Михаил, а почему вы не торопились официально трудоустроить свою жену? Боялись, что она, как талантливый экономист, получит финансовую независимость? Я протестую. Это демагогия, не имеющая отношения к сложившейся ситуации. Ближе к делу, пожалуйста. Ну хорошо, что касается дела. Я намерена провести проверку предоставленной суду расписки, и я уверена, мне не составит труда доказать ее эффективность. Разрешите вопрос к истцу, Ваша честь? Разрешаю. Михаил, 3 года назад Вера вложила достаточно крупную сумму наследство своих родителей в строительство вашего общего 3-этажного коттеджа. Вы можете это как-то прокомментировать? Да какое наследство? Какое? Я этот коттедж за свои деньги построил, за свои! Не было никакого наследства! То есть, истец, вы подтверждаете, что данная собственность существует, и что вы построили ее втайне от жены, и что дом, который вы собираетесь делить с Верой пополам, не единственная ваша недвижимость. Впрочем, это не важно. Вот документы, свидетельствующие о сокрытии Михаилом доходов от налоговой службы, на которые был построен вышеупомянутый коттедж. Не понял, откуда у нее эти бумаги. Ты же сказал, что все чисто. Я полагаю, это в корне меняет ситуацию по разделу имущества. Не правда ли? Я уверена, что налоговая полиция, которая теперь займется делом Михаила Лужина, найдет еще очень много других его активов. Но дело даже не в цифрах. Дело в пренебрежении к женщине, матери 2 детей. Унизить, растоптать, оставить ни с чем бывшую жену стало трендом, приметой нашего времени. И это варварское отношение пора остановить. У меня все, Ваша честь. Дело отправляется на пересмотр. Я занят. Я тебя надолго не задержу. Если ты по поводу Павлюка, то зря теряешь время. Это мое дело, и я буду решать, насколько преступник виноват. Виталик, ему 14 лет. Он вор. Он спер сковородку в подарок для матери. Да, это тупо, но это в первый раз. И это никак не тянет на уголовку. Стоимость сковородки превышает сумму, с которой начинается уголовная ответственность.
И что, из-за этой формальности ты готов пацану изуродовать жизнь? Ты же знаешь, что бывает после отсидки по малолетке. Послушай, Андрюша, это мое дело. И я доведу его до конца. И буду действовать согласно букве закона. Слушай, не надо мне только парить вот эту вот хрень. Ты будешь действовать согласно галочке в отчете, а не букве закона. Левченко, тебя же отстранили. Отстранили. Чего ты лезешь? Я отстранен временно. А вот это странно. Что странно? Тебя вообще должны были турнуть из органов. Давай честно. Взятку дал, да? Жалко, что разговор не получился. Я не дам тебе сломать пацану жизнь, даже если меня выгонят из органов. Понял? Ах ты, подлец. Алло. Следователь Виталий Гришко. Ксения Геннадьевна, вам еще раз большое спасибо за объективность. И до встречи в суде. До встречи. До свидания. До свидания. До свидания. Ксения Геннадьевна, можно мне отойти на 10 минут? Да, конечно. Спасибо большое. Хорошо? И не переживайте вы так. Все будет в порядке. Я вам гарантирую. Хорошо? Анна Николаевна. Да? Позвольте вас поздравить. Это было потрясающе. Спасибо. Простите, я не представилась. Меня зовут Марина, я новый секретарь суда. Очень приятно. Очень приятно. Вы знаете, я раньше очень много слышала о том, что вы большой профессионал, но сейчас увидела это все собственными глазами. Это филигранно, это мастерски. Если я когда-нибудь чем-то смогу вам быть полезной, я буду просто счастлива. Mm-hmm. Я, кстати, по части добывания информации, профи, у меня есть прекрасные связи в органах. Так что, если я нужна буду в любое время, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Спасибо, буду иметь в виду. Спасибо большое. Спасибо. Я тебя уничтожу. А ты? Не бойтесь, Вера, ничего он вам не сделает. Извините. Ты когда-нибудь успокоишься? Или ты всю жизнь будешь меня преследовать? Господи, Гордеев, какое раздутое самолюбие. Пока. Я предлагаю отметить вашу победу чашечкой кофе. Извините, обещала дочке вместе пообедать. Приятно было познакомиться, Анна Николаевна. Да, спасибо вам большое. Вера, я вам позвоню. Ты понимаешь, что ты держишься здесь на честном слове? Я с горем пополам там наверху добился твоего восстановления. Я там из штанов выпрыгивал, чтобы доказать им, что ты не садист и не бил свою собственную жену. Спасибо. Какого черта ты полез с кулаками на Гришко? Ну, как? Теперь этот писака состряпает рапорт о телесном повреждении и моральном ущербе. Иван Петрович, я его не бил. Просто попросил не портить пацану жизнь. Я тебя прошу, не подходи к нему. Не подходи. На пушечный выстрел держись от него. Я понял. Раз понял, иди работай. У тебя много других дел. И помни, что тебя восстановили до первого прокола. Насчет пацана не переживай. Я разберусь. Спасибо, Иван Петрович. Что мы маме закажем? Ну, ничего, придет, сама закажет. Ну, а ты? Слушай, а закажи что-нибудь на свой вкус, ты же лучше знаешь кухню. Окей. Так, Влад, смотри. Вот это. Это и еще у нас есть? Теплый лаваш. Да, есть. Неси. И стой. Стой. Угу. И растительное масло. Оливковое? Да какое оливковое? Подсолнечное, душистое, домашнее.
Я спрошу. А ты не спрашивай, найди. Извини. Сейчас все будет. Здравствуйте. Добрый день, меня ждут. Проходите. Ой, привет, мам, опаздываешь. Добрый день. Добрый день. А, мам? Познакомься, это Рома. Рома, это мама. Очень приятно. Очень приятно. Кстати, адвокат. А, надеюсь, ты не женат, иначе она может тебя развести. Обожаю вашу дочь. Хорошая шутка. Закажете что-нибудь? Да нет, спасибо. Я не голодна. Тогда, может быть, лаваш? Влад, встань. Теплый, ароматный. Посмотрите, какой. Пальчики оближешь. Знаете, я когда студентом был, любил заказать в столовке тарелку супа, а на столах стоял лаваш. И вот ты берешь этот лаваш, отламываешь кусочек. Восхитительный аромат. Макаешь его в маслице, посыпаешь солькой и отправляешь его прямо в рот. Невероятно просто. Восхитительно. Вы так не делали? Я? Нет. Жаль. Вы попробуйте. Спасибо. Не голодна. Расскажите-ка мне лучше, Роман, как вы познакомились с моей дочерью? О! В общем, это была судьба. Я ехал на своем Бентли, Женька шла по дороге. И вы знаете, это как эпическая встреча, как у Петрарки с Лаурой, да? Меня словно молния ударила, и небеса разверзлись, и голос выше мне сказал: «Вот она, девушка твоей мечты, давай беги за ней, идиот!» И знаете, в отличие от Петрарки, я не стал страдать всю свою жизнь, а я побежал за ней, да, и взял судьбу в свои руки. И не отпускал. Кстати, можно я вас буду мамой называть? Рома. Почему? С чего вдруг? Ну как же, на правах будущего зятя. Я же вполне имею право называться вашим сыном. Или нет? Нет. Не можете. Правильно? О, простите. Клиент, надо торопиться. Да? Да. Странно, я даже звонок не слышал. Телефон был на вибро-режиме. Мам, ну ты только пришла. Детка, тебя жду дома. Не опаздывай. Ром, ты сказал, на правах будущего зятя? Да. Именно. Но, похоже, я твоей маме совсем не понравилась. Ну и что? Ну, главное же, что ты нравишься мне. Рома, я люблю тебя. Сенька, бей! Папка! Привет, сына! Ух ты! Тебе разрешили меня забрать? Я буду у тебя ночевать? Да нет, Сень, я просто рядом проходил, вот и решил тебя навестить. Зато в выходные вместе идем на футбол. Как на это смотришь? Круто! Круто! Двойка! Бам! Садись, Сенька, садись. О, и этот здесь приперся. Арсений! Слушай, только давай не задерживаться. Через час полуфинала нам еще за пивом заезжать. Зайка, я быстро. Пап, а ты меня не можешь сейчас забрать? Не могу, сын. До выходных осталось совсем немножко, потерпи. Ну что, никто тебя не обижает в школе? Нет. А ты никого не обижаешь? Молодец.
Арсений, иди в машину. Иди в машину, пожалуйста. Я невнятно сказала, иди в машину быстро. А что касается тебя, ты, кажется, забыл, что это я решаю, когда, где и насколько ты можешь видеться с моим сыном. Или тебе абсолютно начхать на решение суда? Ты же понимаешь, один мой звонок, и у тебя могут быть большие проблемы. Вероника, ну зачем ты сейчас так? Я просто проходил мимо. Слушай, не рассказывай, ты полицейский, лучше меня знаешь законы. Ты должен был заранее уведомить меня об этом посещении. Ты же понимаешь, что я действительно могу просто позвонить. А могу и не звонить. И вообще от тебя отстать. Если ты сейчас, с этой минуты, добровольно исчезнешь из нашей жизни. Ну чего ты ухмыляешься, молчишь, а? Ты что, не понимаешь, что моему сыну только хуже от твоих воскресных встреч? Это и мой сын тоже. Кстати, об этом. Я скоро официально стану Сашиной женой. И он станет отцом для Сени. Прекрасным отцом. Он о нем заботится. Подарки ему покупает. Ну что ты молчишь? Ну хочешь, мы тебе денег предложим. Ты продашь свою дурацкую комнату в коммуналке и купишь что-то нормальное. Ты согласен? Это удивительно. Что тебе удивительно? Я прожил с тобой целых 15 лет. 15 лет. Но так до конца и не понял, кто ты. Господи, давай вот это без этого, не начинай. Я с тобой не жила. Я с тобой выживала на нищенскую зарплату. Так что, ты согласен? Я приеду в воскресенье и заберу сына в 12 часов. Иду, ненавижу тебя. Зайка, не нервничай. Привет, любимый. Ну, смотри, 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 смотри. Как она тебе? А? Да. Сколько? Нет. Платье не может столько стоить. Ты очень много тратишь на шмотки, правда? Ты что, хочешь, чтобы я одевалась в секонд-хенде, да? И выглядела просто как нищебродка? Не начинай, так тошно. Ну, если тебе кто-то испортил настроение, не нужно на меня выливать весь свой негатив. Ну, что опять случилось? Ты снова проиграл? Она опять тебя сделала, да? Ну, что значит сделала? Вот ты можешь какое-то другое слово придумать? Ну, хорошо, обошла, обыграла. Оказалась просто умнее. Чего? Сделала меня идиотом. Вот она специально так делает, понимаешь? Чтобы побольнее было. Может быть, она хочет тебя вернуть? Да нет, что ты. Ну. Так не возвращают. Угу. Нет. Она никогда не простит меня измены. Никогда. К тому же она сильно изменилась после нашего развода. Стала резко независимой. Ты похорошел, да? Ну, и похорошел. Но при чем здесь это, Инна? Да при том. Видел бы ты себя со стороны. Что? Она никогда мне не простит нашей измены. А если бы простила, то что, ты бы вернулся к ней, да? Вернулся? Что ты такое говоришь? Я всегда знала, что это будет между нами. Я смотрю, тебя даже льстит, что она преследует тебя. Признайся, льстит? Не неси чушь. Вот тогда иди. Иди, проси у нее прощения. Может быть, она простит тебя, старого дурака. Что ж тебе не хватает в этой жизни, а? Нам надо с тобой как-то договариваться, друг мой. Нам с тобой еще долго вместе жить, да. Мама. О, Женя. Может, ты наконец-то заменишь этот кран и вызовешь сантехника? Женечка, погоди. Дочка,
Давай поговорим, а? Присядь, пожалуйста. Присядь, мой хороший. Как дела? Нормально. О, хорошо. А расскажи мне немножко про Романа. Чем он занимается? Он бизнесмен. О, бизнесмен. Угу. А что за бизнес? Мама, какая разница? Знаешь, мне сегодня в ресторане было очень неприятно. Ты могла бы быть с ним полюбезнее. Подожди, погоди. Посиди. Дочунь, он в 2 раза старше тебя. Ну, папа тоже старше тебя на целых 15 лет, и что? Угу. И чем это закончилось? Чем это закончилось? Разводом. Угу. Мам, ну, может, ты просто не любила папу? А я Рому люблю. И я еще в ресторане почувствовала, что ты захочешь меня отговаривать. Но не утруждайся. Это бесполезно. Доброй ночи. Женя, ну и к чему это все? М? Что такая мелкая месть за обиду 20-летней давности? Сестра. Зачем ты Жене морочь голову? Она же ребенок совсем. О, только не говори, что любишь ее. Не любишь, это очевидно. Ну, ты че ревнуешь? Чего? Ты ревнуешь? Господи, Тищенко. Это мой ребенок, и я за нее переживаю. А она тебе верит. Да, конечно, верит. А еще она ручная и послушная, как обезьянка. Я тебе сейчас докажу. Секунду. Алло, Женечка, любовь моя. Рома. Можешь у мамы отпроситься? Да, могу. Потусим на сегодня, да. Ага. Хорошо, Ром. Ждем. Четыре секунды ровно. Алло. Мам, я переночую сегодня у Аси, ладно? Мы хотим контрольный подготовиться. Вечером поговорим. Ну и чего ты добиваешься? Что задумал? Алло, Марина? Добрый день. Анна Сотникова. А, вы меня узнали? А ваше предложение попить кофе еще в силе? Ась, 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 извини. Короче, мне срочно надо алиби. В смысле, какое алиби? Ну, короче, Рома предложил мне остаться сегодня ночью у него. Угу. Ну, понятное дело, мама меня не отпустила, поэтому я сказала ей, что я ночую у тебя, типа мы готовимся к контрольной, ты меня прикроешь. В смысле, а если она мне позвонит, скажет тебе дать трубку? Что мне говорить? Блин, не знаю, скажи, что я на нее так сильно обидела, что она меня контролирует, что пускай звонит мне лично, окей? Окей. Смотри, что Дэн вычудил. Мастер фотошопа, блин. Не, по-моему, кайфово. О, прикольно получилось. Ты идет? Если это Рома увидит, знаешь, что у тебя будет вообще? Какой еще Рома? Какой Рома? Жених ее. Короче, я тебя последний раз предупреждаю. Хватит за мной таскаться. Понял? Идем. Понял. Я вообще-то скоро замуж выхожу. Это еще посмотрим. Анна Николаевна, на вас прям лица нет. Марин, давай на ты, просто Аня, хорошо? Хорошо. Ты говорила, что можешь добыть любую информацию? Да. У меня тоже есть кое-какие связи, но, может быть, ты сделаешь это быстрее. Хорошо, что нужно сделать? Нужна информация по поводу Романа Игоревича Тищенко. Бизнесмен, 40 лет. Главный вопрос, насколько он может быть опасен. Что он сделал? Марина, Роман — моя первая любовь. Учились вместе в университете.
Собирались пожениться. Потом к нам пришел новый преподаватель по праву, Олег Гордеев. И я влюбилась. Гордеев? Это адвокат, которого ты вчера? Тот самый. Тебе что, еще не доложили, что это мой бывший муж? Слушай, я теперь понимаю, что значит фраза, которую он вчера сказал, что ты его преследуешь. А ты реально это делаешь? Просто пересеклись на одном из разводов. Я тогда выиграла дело. Жены, когда узнавали, что у их мужа адвокатом будет Гордеев, просили меня о помощи. Я не отказывалась, это даже весело. Да это круто! В общем, Роман. Так. Я когда с ним рассталась, он очень тяжело переживал это все и кричал, что я его предала. В общем, он всегда, знаешь, такой был на нерве, отчаянный, дерзкий. В юности мне это все нравилось, сейчас меня это пугает. И главное, что он даже не скрывает, что специально, назло мне, встречается с моей дочерью Женей. Я хочу знать, что у него в голове. Вот. Хорошо, я узнаю все, что нужно. Эти мужики никогда не поймут, что у него в голове. Спасибо за помощь, Марин. Да пока не за что. Так, а ты куда собралась? Кася, я тебе звонила, ты забыла? Я знаю, что ты идешь к Роману. К Асе, можешь сама ей позвонить. Женя, не ври мне! Ты же не знаешь этого Романа, он просто тебя использует. Мам, то, что он тебе не понравился, я уже поняла. Но это мой выбор и моя жизнь, окей? Господи, ты же ничего не знаешь. Роман Тищенко, мой бывший однокурсник. И что? Стоп. У вас с ним что-то было? Да. Мам! Мы с Романом собирались пожениться. Назначили день свадьбы. Пригласили гостей. Но тут появился твой папа. Я так сильно его полюбила, что бросила Романа. Это серьезно ударило по его самолюбию. Он очень, очень самолюбив, ты должна это знать. А теперь, мне кажется, он мстит. А еще он очень любил выпить и погулять. Доченька, мне кажется, что ваша встреча не была случайностью. А если и была, то получила продолжение не потому, что он тебя полюбил. Не трогай меня! Женя! Женя! Я сказала, не трогай меня! Подожди, стой! Женя! 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 Жень! Значит так, я все решила. Прошлое Ромы не имеет для меня никакого значения. А то, что в этом прошлом была ты, мама, это нелепо случалось. Поэтому пускай она останется в прошлом. Женя. Рома меня любит! Мама, я не дура, я это чувствую. А ты? Ты просто ревнуешь. Женя. Поэтому я сейчас собираю вещи, собираюсь к Роме. Ты меня не останавливай, понятно? Женя. Хорошенечко подумаешь над тем, что я тебе сказала. Я тебя ненавижу, слышишь? Мама, открой дверь! Да, Марин. Привет, у меня новости. Привет. Романе Тищенко. Отлично, рассказывай. Думаю, лучше не по телефону, мало ли что. Говори, куда подъехать. Я в твоем районе. Давай встретимся в кофейне на Пушкинской. Договорились. Только дай мне 10 минут, мне надо с Женей переговорить. Хорошо, я подожду. Давай, пока. Женя. Ты как? Жень, ну прости меня, пожалуйста.
У меня просто не было другого выхода. Ты потом сама все поймешь, позже. Жень, давай поговорим нормально. Жень. Женя. Отзовешь документы по делу Лужина. Скажешь, что они фиктивные. Ты меня поняла? Поняла, дура? Поняла, поняла. Ну-ка, быстро отпусти ее! Молодой человек, помогите, пожалуйста. Я вызываю полицию! Пасть закрой! Ань, ты в порядке? Да, все в порядке. Чего он хотел? Денег? Нет, пытался меня прессовать, в общем. Что, в полицию я вызываю? Нет, не надо полицию, я сама со всем разберусь. Да? О Романе узнала что-то? О Романе? Да, конечно. Значит так, Роман прописан вот, в Запорожье у своей матери. Так. Но фактический адрес проживания неизвестен. А по поводу работы – любопытная история. Роман вместе со своим старшим братом Борисом владеет гостинично-ресторанным комплексом, в котором есть сауны, бассейн. И вот здесь, внимание, в сетях, на открытых форумах написано, что эти сауны по ночам работают как бордель. Что хочет из моей Женьки, что ли, сделать? Вот. Ань, ну... Да откуда я знаю, Ань, что у этого психа в голове? Вот с этим всем надо идти в полицию. Ну что, что ты, что мы ему предъявим? Женя взрослая, она имеет право общаться вообще с кем сама захочет. А, кстати, на этого Романа с Борисом в полицию уже было заведено уголовное дело. Его, правда, вскоре закрыли из-за недостаточного количества улик. Вот это отличная новость. Надо подсобрать информацию и прижать его. Там явно есть какая-то зацепка. Шантаж? Не обязательно. Я найду свидетелей, подниму это дело. Я устрою ему громкое разоблачение. Я посажу этого урода, Марина. Правильно, Аня. Так и нужно сделать. Скажи мне, ты Женьке рассказала о вашем с ним прошлом? Да, но ей все равно, она влюблена. Так, сейчас надо срочно найти адрес этого Романа. Так, давай пойдем выпьем чай, и ты успокоишься. Да? Да. А этого гада обязательно посадим. Пойдем. Друзья, есть замечательный анекдот, я его просто обожаю. В общем, молодая женушка, ну, типа из таких, это, Боричек, купи мне машину, ну, мужики меня понимают, да? Звонит маме. И, мама, алло, представляешь, мой не хочет жрать картошку. Подожди, дочь, подожди, как не хочет жрать картошку? Твой дед жрал, отец жрал, а муж твой не хочет. А как ты их готовишь? Тушишь, варишь, жаришь ее? Подожди, мама, подожди. А ее что, еще надо готовить? Засказываю. Друзья. Сори, работа. Работа. Сколько? Когда? Хорошо, 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 я попробую. Хорошо веселиться, да. Ори? Да. Что случилось? Не, ничего не случилось, ничего не. Вот, ничего не случилось. Кто звонил? Да, это... А кто звонил? О, да, он младшенький, малой мой, ага. Звонил. Опять, понимаешь, в институте накосячил. Да. Вот. Точно? Точно. Ну что, а что, конечно, точно. Помощь нужна? Я тебя умоляю, братишка, ну какая помощь, что в первый раз сам справлюсь. Ну что, ребят, руки-ноги зябнут, не пора ли нам дерябнуть? Здравствуйте. О, Жень,
Друзья мои, всем, кто не знает, это Женя, моя девушка. Прошу любить и жаловать. Идем. Добро пожаловать в нашу дружную и тесную семью. Чего ты такая? Жень, ты какая-то напряженная. Меня мама в комнате закрыла под ключ, представляешь? Да ты что? Да. И как ты вышла? Через балкон. Ром, слушай, у меня есть к тебе вопрос. Она сказала, что ты был с ней в отношениях. Это правда? Еще она сказала, что ты встречаешься со мной ей назло, что ты меня не любишь. Прям так и сказала? Да, прям так и сказала. Погоди. Сань, выключи музыку, пожалуйста. Друзья, минуточку внимания. Хочу поделиться очень важным событием в моей жизни. Завтра мы с Женькой идем в ЗАГС подавать заявление. Да. Как мило. Прошу прощения. Извините. Ромочка, можно тебя на минуту? Конечно. Не скучай. Санек, давай. Здравствуйте. Меня зовут Борис. Да, я единокровный брат вот этого вот Романа. Женя, очень приятно. Мне тоже очень приятно. А это кто? Это Тома, его бывшая. Не обращайте внимания. А ты прямо прирожденная актриса. А теперь давай рассказывай, зачем тебе этот цирк? Цирк малолетка. Я все расскажу, только позже. А сейчас расслабься. Постой. Сначала скажи, что ты меня любишь. Ну, само собой разумеется. Скажите, что будете пить? Спасибо, я не пью. Да замечательно, Женечка. Непьющая женщина – это здоровая ячейка. Скажите, пожалуйста, она ему точно ничего не сделает? Она вообще нормальная? Ну, честно вам сказать, я нормальных женщин в своей жизни не встречал. Я женат, да. Знаете, почему у меня короткая стрижка? Потому что, когда меня жена видит, если я что-то сделал не так, сразу хватает за волос. Поэтому я всегда хожу с короткой стрижкой. Но все равно, я люблю женщин, я обожаю. Давайте за женщин, за милых дам. Милые дамы, за вас. За вас, милые дамы. Рома. Женька, хорошо, что ты зашла. Ты помнишь, я тебе говорил о перманентном сексе? Это фристайл. Давай к нам. Мама была права. Ну ты урод. Тварь. Мерзость. Что за страсти? Погоди, я расскажу потом. Жень! Старый конь борозды не портит, ну и пашет не глубоко, понимаете? Да погоди, ты что, обиделась? Обиделась, да я тебя убить хочу, чтобы ты сдох, урод. Да, что ты нервничаешь так? Давай как цивилизованные люди. Я ненавижу тебя, а? Я вас всех ненавижу! Дрёха ты! Ты сдохнешь, урод! Да, милая броня все только тешится. Кстати, по этому поводу есть еще один замечательный анекдот про молодую женушку. Ну, из того анекдота, да? Спустя какое-то время она звонит маме, говорит, мы так поссорились, мама, сильно поссорились. Доченька, это не страшно. Конфликт, он укрепляет семью. Она говорит, мама, не перебивай меня, я это все знаю. У меня другой вопрос. Куда труп девать? Так, ну что, мне тоже пора. Засиделся я. Все, всех обнимаю. Всем пока. Борь, подожди, я проверю. Да ладно, я что, сам дорогу не найду. Борь, точно ничего не случилось? Я тебе говорю, что все в порядке. Просто ты же знаешь мою, понимаешь, на 15 минут опоздал, все, 15 лет голова мой. Тут еще сын фортелями выбрасывает. В общем, ты извини, но надо бежать. Ладно, брат. Все. Будь здоров. Давай. Отпразднуйте дальше без меня. А то. Да. Да. Все как по нотам.
А что дальше? Хорошо. Угу. Друзья, все, вечеринка окончена. Всем спасибо. В смысле спасибо? Вечер только начался. Санек. Без обид. Ленечка, давайте. Девчонки, рад был видеть. Ром, ты что, прикалываешься? Все. Уходим. Извините. Ну все, зависнем в следующий раз. Так, по-хорошему, да? На выходных. Пока. Ромочка, так, может быть, продолжим то, что мы не закончили? Ну, продолжим, конечно, только потом. Ты мне еще обещал кое-что рассказать. Я расскажу завтра все. Завтра. Давай. Давай, пока. Валь! Что? Ну, завтра уберешь, давай. Да спасибо. Мне 5 минут. Все, давай домой иди, ну. Ну, хорошо. Все. Ну, как хотите. Все. Давай. Да иду. А водка где? Там, на столе. Но я же вам объяснила, то крыло, в котором находится банный комплекс, уже не работает. Мне кажется, вы не понимаете, какого уровня клиента я представляю. Думаете, мне нравится тут с вами прогуливаться? Он хочет знать нюансы, детали, на что он может рассчитывать. Какой уровень сервиса вы можете предложить? Ну, хорошо, я могу вам показать. Пройдемте. Виктор, дайте, пожалуйста, ключи. Благодарю. Здесь у нас зона релакса с выходом в бассейн. Здесь у нас сауна финская и инфракрасная. Здесь у нас массажный кабинет. Еще есть тренажерный зал. Показывать? Нет, спасибо, не надо. Вы точно ночью не работаете, да? Нет, не работаем. Может быть, какой-то вип-заказ? Нет? Нет. Понятно. Приеду. Да, Марина? Анютка, я нашла адрес Романа. Я уже знаю его адрес. Еду туда. Что-то случилось? Что у тебя с голосом? Не знаю ничего, извини. Потом позвоню. Сегодня ночью в доме за моей спиной было совершено зверское убийство бизнесмена Романа Тищенко. Ему нанесли несколько ножевых ранений. По подозрению в убийстве арестована близкая подруга бизнесмена Евгения Сотникова. Ты снимаешь? Снимай. Сейчас мы видим момент ареста Женя! Подозреваемой. И судя по Женечка! Тому, сколько крови на ее руках Женя! И одежде, снова подозреваемой. Я его не убивала. Мама, это не я. Уйдите, пожалуйста. Не мешайте. Пожалуйста. Алик, обыщи кухню, дом. Найди место, где мог быть взят этот нож. Понял, шеф. Давай.
Вы кого-то ищете? Объясните, на каком основании произошло задержание? А на каком основании вы здесь? Вы переквалифицировались, теперь вы защищаете убийц. Я мать Евгении Сотниковой. А, ну да, вы же Сотникова. Мать, значит. Ну, в таком случае я вынужден попросить вас покинуть место преступления, так как посторонних здесь быть не должно, вы же сами понимаете. Я не посторонний, я хочу знать, что здесь произошло. Вы узнаете в свое время. Мне надо поговорить с дочерью. Прошу вас, дайте мне разрешение на встречу с ней. На данном этапе расследования это не представляется возможным. Вы получите положенное вам свидание, о дате которого вам сообщат. А сейчас, в интересах следствия, я вынужден еще раз попросить вас покинуть место преступления. Послушайте, я имею право здесь... Нет, вы не имеете права. Как вы вообще сюда попали? Юра! Да. Почему ты ее впустил? Так удостоверение, я думал... Не надо думать! Надо все согласовывать со мной. Уводи. Есть. Уводи. Быстро, быстро. Девушка, всего пойдемте, доброго. Пойдемте, пойдемте. Госпожа Сотникова, ваша дочь убила Романа Тищенко. Он был ее любовником? Что здесь произошло? Произошло на почве ревности? Отстаньте, не снимайте, пожалуйста. Что? Что произошло? Убили Романа, обвиняют Женю. Больше ничего не знаю. У следователя на меня зуб. Я была адвокатом у его жены во время развода. Он та еще, сволочь, бил ее. А почему его не уволили из органов тогда? Не знаю. Я тогда добилась, чтобы его ограничили в свиданиях с сыном. Теперь он отыгрывается на мне. Не дает разрешения на встречу с Женей. Можно ваши комментарии? Без комментариев. Слушай, убери их. Убери их отсюда быстро. Вы знаете, что не очень профессионально созывать сюда прессу? Мы никого не созывали. Ну да, можно подумать. Почему вы позволяете себе разговаривать в таком тоне? А почему вы позволяете себе разговаривать со мной в таком тоне? Вы кто? Я подруга Анны Николаевны. Понятно. А еще я секретарь суда. Вы меня простите, но я вам все-таки скажу. Вот действительно, что непрофессионально, так это отыгрываться за свои обиды на деле, которые к этим обидам не имеют никакого отношения. Ладно, оставь его. Идем. До свидания. Да что ж это происходит-то, а? Замок на входной двери защелкивается автоматически. Но на момент задержания Сотниковой дверь была зафиксирована вот таким вот деревянным ограничителем. Вопрос, зачем? Ну, проветривали, может быть? Может быть. Вещдок? Шеф. Да. Ножей, подобных этому, в доме нет. Но есть вероятность, может быть, что он вообще был один. Так, Юра, это кто? Это домработница, Андрей Владимирович. А, здравствуйте. А как вас зовут? Валя. Валентина Осташко. Я прибраться пришла после вчерашнего. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Это Марина Кожевникова. Вы узнали? Я звоню к вам по очень важному делу. Игорь, да мне нужна буквально одна минута. Ну ты же понимаешь, что мне надо ее увидеть. Аня, ты же не хуже меня знаешь, что свидания с подозреваемыми и обвиняемыми осуществляются только на основании разрешения, выданного в твоем случае следственными органами, в работе которых находится уголовное дело. Следователь Левченко такого разрешения не дал, имеет право. Следователь Левченко сделал это, руководствуясь личными мотивами. А это не важно. Аня, я сочувствую твоему горю, но не хочу нарушать закон. Вот когда будет разрешение с исходящим номером, зарегистрированным в канцелярии следствия, с числом выдачи данного разрешения, вот тогда, пожалуйста, а так извини. Понятно. Анют, у этого нет никаких рычагов влияния. У этого тоже. Давай вместе подумаем. Может быть, нужно еще раз надавить на Левченко. Да давила я на этого Левченко, уперся как бык. Хорошо. Кто может нам помочь в этом вопросе? Думай. Слушай, может, с Гордеевым поговорить?
Слушаю. Что? Женька? Нет, мне никто еще ничего не сообщал. Не волнуйся, мы во всем разберемся. Да, приходи. Адрес тот же. В 2. До 2 у меня встреча с клиентом. Давай. Кто звонил? Клиент. Просил о встрече внеплановой. Ясно. Итак, здесь, в доме Тищенко, вчера было 8 человек, с вами 9. Да. Скажите, пожалуйста, а Евгения Сотникова, вы не помните, когда она ушла с вечеринки? Ой, божечки. Раньше всех ушла. Да, она устроила скандал, кричала: «Я тебя ненавижу, ты сдохнешь». Это она его? А из-за чего случился скандал? Так она его приревновала. Кого к кому? Романа Игоревича, бывший его, к Тамарке. Ага. Посмотрите внимательно на этот нож. Вы никогда его раньше не видели в доме? Нет, нет. Угу. Давайте вернемся к вечеринке. Скажите, а не было ли еще чего-нибудь такого странного, помимо скандала? Нет. Хотя, знаете, Борис Игоревич, кто-то позвонил, он вышел к бассейну, а я там... Там у нас маленькая кухонька, я сыр нарезала. И я случайно услышала, как он говорил... Ой, господи, что же он говорил-то, а? Сколько-сколько, а потом... Потом говорит... Хорошо, я постараюсь. Но когда он вернулся к гостям, он сказал, что разговаривал с сыном. Угу. Интересно. Ну что ж, спасибо. Подпишите протокол, и если там все верно, вы можете идти. Здесь. Спасибо. Спасибо вам. Можно я вещи свои заберу? Да, конечно. Забирайте. И я вас попрошу, на время следствия из города не уезжайте, вам можете понадобиться. Хорошо. Привет, Вика. Привет, а твоего вообще нету на встрече до 2. Ты новости видела? Нет, я не к нему, я к тебе. Да оторвись от этого компа! Он с ней спит. Кто с кем спит? Олег со своей бывшей! Да ну перестань, ну я бы знала. Слушай, ну все встречи, разговоры, звонки, все у меня на глазах. Нет. Значит, он скрывает. Он сегодня в глаза смотрел, врал. А потом она ему позвонила, и они назначили встречу на 2 часа. И он сказал ей тот же адрес. То есть, ты понимаешь, что у них уже не в первый раз. Слушай, Вика, ты можешь узнать, где это? Да я и так знаю, здесь будет встреча. Ну, наверняка из-за их дочери. В смысле? Ты о чем? Ну как? Женя Сотникова убила человека, вся сеть на ушах, посмотри. 5 пырнула человека ножом прямо в сердце. Кто-то пишет, что может быть даже 8. Нет, не знала. Так вот, почему она ему звонила. Ну почему тогда он мне ничего не рассказал? Ну почему, почему? Чтоб ты снова скандал закатила. Ты же от имени Сотникова просто бьешься в истерике. Теперь они точно сойдутся. Общая беда. Родная дочь. Вот дрянь. Слушай, Вика. А ты можешь кое-что для меня сделать? Смотря что. Ты можешь записать их разговор? Мне нужно знать точно, о чем они говорят. И исходя из их тона, я пойму, что-то есть между ними или нет. Ну нет, подруга. Чтобы я вылетела отсюда пулей, как только твой узнал об этом. Нет, нет, нет. Вылетишь, не вылетишь, Вика. Проси все, что хочешь. Боже ты мой. Да.
кругом полиция. Да, хорошо, попробую. Нужно просто продавить этого Левченко. Просто? Знаешь, как он расшифровал свой отказ в интересах следствия? Как? Написал, что ты как профессиональный адвокат можешь применить приемы, которые повлияют на правдивость показаний Жени. Этого более чем достаточно. Брось, Олег. У тебя такие связи, что этот Левченко по стойке смирно встанет. Ты замминистра МВД разводил, забыл? Как же, помню. Если бы не твоя защита его жены, и вся эта общественность, которую ты на ноги подняла, я думаю, у замминистра после бракоразводного процесса остались бы более приятные впечатления. Ой, Аня, я вообще не понимаю, ну как можно ухитриться было настроить против себя всех властимущих? Властимущих? Этих моральных уродов, которые обирали, унижали своих жен? Ты всегда умела сжигать мосты. Видишь, чем заканчивается твоя самоуверенность? Тебе даже обратиться не к кому. Ну все, хватит меня учить. Я уже давно не твоя студентка. Ты поможешь мне или нет? Я вообще не понимаю, я почему тебя здесь уговариваю? Это вроде и твоя дочь тоже. Вот именно. Что значит именно? Что ты хочешь этим сказать? Ты что, ты считаешь, что Женя действительно могла убить человека? Думаю, в состоянии эффекта вполне могла. С ума сошел? Ты с ума сошел? Помнишь, когда Женьке было 15? Мы с ней поссорились, она жила у меня 2 недели. Mm. Вот тогда с ней случился настоящий серьезный нервный срыв. А ты мне ничего не говорил. Ну, извини, Женя просила не рассказывать. От нее ушел парень, одноклассник, какая-то там первая любовь. Она увидела его целующимся с подругой. Так вот, она устроила тогда в квартире, в своей комнате, настоящий погром. Разбила компьютер, телефон. И вообще бросала об стену все, что под руки попадается. Знаешь, погром в квартире и убийство – это не одно и то же, согласись. Нет. Ты просто не видела ее. Это была настоящая ярость. Я думаю, если бы одноклассник попался ей под руки, то она бы его убила. Олег, перестань. Я что, Женю свою не знаю? Она никогда не была склонна к неконтролируемой агрессии, а уж тем более к физическому насилию. Но ты поможешь? Конечно, помогу. Что ты? Я постараюсь, я организую вам свидание. Спасибо. Да за что спасибо? Ты же знаешь, я всегда готов помочь. И ты всегда можешь на меня рассчитывать. Знаю. Вика, до свидания. До свидания. Я провожу Анну Николаевну и вернусь. Хорошо. Это была настоящая ярость. Думаю, если бы одноклассник оказался тогда рядом, она бы убила его. Алло, это Борис. Зачем звонишь? Мы же договорились. Ну, просто срочно нужно. В общем, та информация, о которой мы с вами говорили, она ушла уже. Сами знаете куда, да. Так что, если что... Успокойся. Я сейчас за границей. Вернусь через неделю, тогда и поговорим. При личной встрече. Больше не звони мне. Я не убивала Романа. Да, мы поссорились, и я наговорила ему глупостей, что я его ненавижу, что я готова его убить, но это только слова. Что было дальше? Я выскочила на улицу и встретила Дениса. Кто такой Денис? Мой однокурсник. Фамилия у Дениса есть?
Денис Востриков. Денис Востриков ждал вас на улице возле дома? Да он везде за мной таскается. Он влюблён в меня с первого курса. Ну, мы просто друзья. И он увидел, что я реву. Предложил пойти в ночной клуб развеяться. Можете у него спросить. Мы спросим. Обязательно спросим. Что было потом? Мы были в ночном клубе до утра, а потом мне пришло сообщение от Ромы. Я очень тебя люблю. И должен тебе кое-что объяснить. Приезжай. Можете взять мой телефон, там есть это сообщение. Вы же поскандалили. Были очень злы на него. И тем не менее вы поехали. Почему? Ну, потому что мне было интересно, что он скажет, и я люблю его. Любила. Евгения, а хотите, я вам расскажу, как все было? Вы поехали к Роману, получив от него сообщение, но разговор у вас не задался, и тогда вы пустили в ход нож. Нет. Поймите, в вашем случае единственное смягчающее обстоятельство – это состояние аффекта. Но здесь все зависит от ножа. Если, предположим, нож был в доме, и вы схватили его под действием эмоций – это одно дело. Но если вы его принесли с собой, тогда это преднамеренное убийство. Так что я вам советую сохранить наше время и рассказать, откуда взялся нож. Я не знаю. Я протестую. На этом ноже ваши пальцы. Ну да, потому что я выняла нож из груди Ромы. Мне показалось, что он дышит, я хотела его спасти. Я не понимаю, почему вы мне не верите. Алик. Прочитайте протокол, если там все верно, подпишите. Дежурный! Уведите подозреваемую. Ну что, коллеги, до свидания. Спасибо за хорошую работу. Так обращайтесь еще. Как Сотникова могла нанять такое недоразумение? Это бесплатный адвокат Сотникова в поиске. Видимо, хочет выйти на Плевака. Но сейчас таких уже больше не делают. Ну и что думаешь? Мне кажется, эта девчонка не врет. Очарован. Актерские способности у нее от матери. А как по мне, она не играла? Играла она или не играла, это следствие покажет. А пока ноги в руки, иду и в университет. Найди там Дениса Вострикова и к нам его. Понял. Алло, ну что там с этим анонимным звонком? Кто-нибудь знает, где сейчас Денис? Я не видела его. Он был на паре утром. Угу. А домашний адрес его знаете? Илюх. Я у него никогда не был. Понятно. Попробуйте спросить в деканате. Они могут вам подсказать. У них есть все наши адреса. Да, конечно. Конечно, прошу. Если кто-нибудь что-нибудь узнает о Денисе, пожалуйста, срочно позвоните по этому номеру, хорошо? А, кстати, где у вас деканат? Там. Спасибо. Простите, вы из-за Жени ищете, да, Дениса? Да. Просто хотела сказать, она не могла убить Романа. Она любила его. Конечно, конечно. Мы проверим. Спасибо. Ребенок мой родной. Все, мой хороший, все.
Я тебя отсюда вытащу, слышишь? Теперь расскажи мне подробно, что произошло. Значит, все отпечатки в доме были идентифицированы. Принадлежат друзьям убитого, домработнице Валентине, брату Борису и подозреваемой Евгении Сотниковой. А вот теперь самое интересное. На ручке входной двери отпечатки только подозреваемой. А остальные, ну, как будто кто-то специально стер. Хотя все, кто заходил в дом, обязательно должны были браться за эту ручку. Шеф, Денис пропал. Как пропал? Сказал матери, что пошел в университет, но там так и не появился. Привет. И что, мать не в курсе, где ее сын, даже предположительно? Она не особо озабочена его судьбой. Считает его обузой и причиной всех своих неудач в личной жизни. Говорит, что он шляется, где попало, лишь бы дома не ночевать и не помогать ей по хозяйству. Но! Вот его портреты. Фас, полон, фас и профиль. Я молодец, шеф? Да, молодец. Жалко, я с собой сахара не ношу. Не могу тебя подбросить навесиком. Ну, сахар не сахар, а кушать уже хочется. Я пойду поем. Позже. Прокачивай скилл силы воли. Так, а что там с остальными дверными ручками? На них чьи отпечатки? А на других все нормально. Отпечатки друзей, домработницы, брата и подозреваемых. Значит, полиция приехала практически сразу. Через сколько минут после того, как ты обнаружила труп Романа? Не знаю точно, минуты 3-5. Угу. А когда ты подъезжала к его дому, видела кого-нибудь рядом? Никого я не видела. Машина стояла. Какая марка? Я не помню. Ну, цвет хотя бы помнишь? Темно-синяя, по-моему. Видела кого-то в машине? Мам, ты кого могла видеть ночью в машине? Прости, прости. Все, все, все. Все, 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 моя детка, все. Все, мой хороший, все. Мам, меня подставили, да? Я в этом уверена. Я хочу как объяснить, что полиция приехала почти сразу? И кто кому я что сделала, мама? Я обязательно это выясню. Я вытащу тебя отсюда, слышишь? Мама, у меня ужасный адвокат, он меня не спасет, мама! Его больше не будет. Будет дядя Георгий. Он у нас лучший. Все, моя детка, все. Все будет хорошо, поверь мне. Шеф, пойди сюда. Смотрите. О, вот этот поворот. Фотошоп. Действительно, цвет лица у нее не тот, и тень не так лежит, шеф, у вас глаз алмаз. А ты думал. Так, Алик, собирайся, поедем в ночной клуб. Шеф, простите, мы с вами сейчас поедем в ночной клуб? Да, мы с тобой едем в ночной клуб «Долина», который фигурирует в нашем деле. А что тебе не ясно, Алик? А, да нет, нет, все понятно, я просто не о том подумал, простите. Мне даже страшно представить, о чем ты подумал. Да, эта парочка была здесь прошлой ночью. Парень ел стейк, а девушка пила вино. Потом девушка ушла, а парень остался. Очень хорошо. А где конкретно они сидели? Не ходи по мытому. Извините. Здесь, точно. Парень сидел здесь, девушка здесь. Опа. Ничего себе. И что, у вас в баре посетителям выдают настолько острые ножи? Конечно. Обычным столовым стейк так просто не разрезать. Особенно стейк в вашем баре. Спасибо. Ай, елки-палки, Денис! Наконец-то дождался внука. Какими судьбами? Здорово. Дедуля. Почему не позвонил, не предупредил? Да спонтанно вышло. А,
С мамой поссорился и... Ну, понятно. Можно у тебя немного пожить? Да хоть всю жизнь. А как учеба? Отстанешь, не догонишь? С учебой нормально все. Да? Да, у нас каникулы между сессиями. Ну, вот так вообще здорово. Ну, чего, с дороги проголодался? Пойдем. Пойдем. Дед, я тебя попросить хочу. Если мама будет звонить, ты не говори, что у тебя. Окей? Вот этим ножом был убит Роман Тищенко. А вот еще один нож. Такой же. Посмотрите на эти ножи. Они идентичны, не правда ли? Ну да. Вы узнаете этот нож? Нет. Это нож из стейк-бара ночного клуба «Долина», где вы провели несколько часов накануне убийства Романа Тищенко вместе со своим другом Денисом Востриковым. Вы видели там такие ножи? Может быть, я не помню. Мне было очень плохо в ту ночь. Евгения, вы понимаете, что улики свидетельствуют против вас? Я протестую. Вы оказываете психологическое давление на мою подзащитную. Давайте рассуждать логически. Вряд ли человек, замысливший убийство, стал бы совершать его с помощью ножа из клуба, в котором может его опознать, ну, как минимум, человек 10. Если мы говорим о хладнокровном, расчетливом убийстве, то да, я согласен, вряд ли. А вот если это убийство было совершено на эмоциях, то это вполне рабочий вариант. Позвольте тут с вами согласиться. Дело в том, что действие эмоций краткосрочно. Состояние эффекта длится две, но, ну, от силы три минуты. А если мне не изменяет память, от клуба до места убийства минут 40. Значит, у моей подзащитной был трезв расчет. Но в таком случае, если она все заранее просчитала, то я повторюсь, она не стала бы так себя подставлять, используя нож, который в любой момент может ее выдать. По-моему, это очевидно. Так что не будем притягивать факты за уши. Не будем. Еще. Я надеюсь, что конфликт с матерью моей подзащитной не повлияет на вашу объективность, господин следователь. Ни в коем случае. Алло. Узнал? Здравствуйте, Виктор Родионович. Защищаешь Сотникову-младшую? Ну да. Дело простое, все как на ладони. Предумышленное убийство, в крайнем случае в состоянии аффекта. Нет смысла искать подробности в том, что к делу не относится. Ты все понял? Подождите, но я же... Ты все понял, Жора? Да, Виктор Родионович, я понял. Жора, ну, как прошел допрос? Бывало и лучше. Скажи, а ты знала, что нож, которым было совершено убийство, из стейк-бара клуба «Долина»? Да, тому самого бара, в котором Женя провела несколько часов непосредственно перед убийством. Даже так, Жора? На ноже ее отпечатки пальцев. Жора! Что Жора? Придется проработать версию о состоянии аффекта. Это будет непросто. Жора, ты сейчас серьезно? Какое состояние аффекта? Ты же верил в ее невиновность. Что случилось? Улики, Аня. Неопровержимые улики. Грузы жертвы, нож, отпечатки. Так разберись во всем этом. Это же явно, что кто-то очень хорошо все продумал. Надо копнуть глубже. Послушай, Аня, не надо на меня давить. Я сделаю все, что смогу сделать. А теперь извини, мне нужно ехать. Еще раз извини. Жора. А что у нас с личиком? А? Где эти 32 коралла? Натянула улыбку и пошла. Я тебе за нее, кстати, плачу. Все 12 часов. Улыбаемся. Извините. Здравствуйте. Я... Здравствуйте. Я Анна. Я помню вас.
Да. Я, конечно, уже дома не жил. Вы меня не могли видеть, но я вас видел с Романом. Как вы крутили в студенческие годы свои шуры-муры. Пару раз видел. Чем обязан? Прошу. Я как раз по поводу Романа. Вы что, не знаете, что с ним случилось? Знаю. Я мать Евгении Сотниковой, той самой девушки, которую обвиняют в убийстве. Ага. Мама Жени, да? И что? Что от меня нужно? Борис, Женя не убивала Романа. Ее подставили. Я хочу знать, кто это сделал и почему. Я полагаю, кто-то хотел убрать вашего брата, а Женя удачно подвернулась под руку. Удачно. Ага. Скажите, может быть, у него были враги? Удачно подвернулась. Слушай, Аня, а не послать бы мне тебя сейчас куда подальше? Или еще лучше, знаешь, полицию вызвать? Вот. Враги были. Что Боря? Следователь он меня уже вызвал к себе. Как свидетеля. На дачу показаний. Вот я ему и дам показания, что ты оказывала на меня давление. Все, если еще раз здесь увижу тебя, сразу вызову полицию. Свободно. А я занят, у меня работа. Ты что такое? Дед, что ты ищешь? Какие же они, да? Крючки. Купил подвесные тройнички. А куда сунул? А ты ж, что, ты кого-то ограбил? Не, дед, ты чего? Да, откуда такие деньги? А это я у мамы взял. Компенсация за моральный ущерб. Это я серьезно спрашиваю. Так и я тебе серьезно говорю, дед. Знаешь, сколько раз она меня на улицу выставляла из-за мужиков своих? Ну, вот я и подумал, у нее денег достаточно. Богатые мужики обеспечивают. Тем более, это не такие уж и большие деньги. В столице это вообще копейки. Да расслабься, дед. Завтра на рыбалочку махнем, да? Ой, оторвемся. Ну, давай в магазин схожу. Что-нибудь вкусненького возьму. Да, давай. Я сейчас. Скажите, ваш бизнес изначально был общим с братом? Нет. Роман его сам создал, потом позвал меня. И вы стали равноправными владельцами? Да. Подождите, вы на что намекаете? Что это я убил брата из-за бизнеса? Нет, я ни на что не намекаю, просто... Мотив стать единоличным владельцем гостинично-ресторанного комплекса – это вполне себе мотив. Это не мотив. Нет никакого мотива. Во-первых, у меня есть алиби. Я был дома с женой и сыном. Во-вторых, как вы выражаетесь, наш гостинично-ресторанный бизнес давно прогорел. В долгах, как в шелках. Если я его продам, все равно останутся одни убытки. Мотив. А с кем вы разговаривали в тот вечер? Не понял вопрос. Я о звонке, ради которого вы вышли к бассейну, а потом сообщили Роману, что звонил ваш сын. Ну, сын и звонил, и что? Вы разговариваете с вашим сыном на «вы»? Дело в том, что этот разговор скорее напоминал шантаж. Звонил не сам сын. Звонили по делу сына. Как вы выразились, да, звонил шантажист. Угрожал мне. Говорил, что если я не заплачу, то он отчислит сына из института. Есть за что отчислять? Да, есть. Представляете, есть. Дети, они такие. Да, мой Стас не ангел, но вытворял за все это время. Ну, вообще, какое это отношение имеет к делу? Я его послал, и все.
Шантажисты это. А почему вы Роману не сказали правду? Потому что Роман меня достал своими нравоучениями. Постоянно говорил: забери у Стаса банковскую карточку, что ты его балуешь. Все строил из себя старшего брата. В нашей семье старший я. А шантажисту он больше не объявлялся? Нет, не объявлялся. Да, я еще раз прошу, какое это отношение имеет к делу? Вы лучше займитесь старшей Сотниковой, которая ходит по городу и давит на свидетелей. А что, Сотникова к вам приходила? Да, представьте, приходила. Пыталась убедить, что ее дочь не убийца, а представьте, а жертва. Вот вы ей сперва займитесь, а потом уже самыми близкими людьми. Надежда, это я. Кто я? Твой бывший свекр. Не узнала? Нет, не узнала. Богатым будете. Да уж. Я чё звоню? У вас там с Денисом все нормально? Он что-то мне давно не звонил. Хм, ясно. Значит, этот засранец у вас. Да что-то он у меня. Нет его у меня. А что случилось? Он пропал, что ли? Значит так, хватит делать из меня дуру. Если Денис у вас, то передайте ему, что его ищет полиция. Полиция? Да, именно полиция. Он влип в какие-то неприятности, а вы его покрываете. Что за порода? Вот и сын ваш был точно таким же. Не смей порочить имя моего честного сына. Это ты угробила его, довела до инсульта здорового мужика. Если б не твой пакостный характер, он бы жил сейчас и горя не знал. Пошел вон, идиот. Сама идиотка! Слушаю. Это Надя, мать Дениса Вострикова. Секунду. Повторите, пожалуйста. Я Надежда, мать Дениса Вострикова. Я знаю, где Денис. Он у моего свекра, старого маразматика. Это недалеко от Киева, всего какой-то час езды. Пишите адрес. Записываю. Село Лесное, улица Крайняя, дом 332. Понял, спасибо. Всего доброго. Я поеду, шеф? Да, действуй. Только возьми с собой кого-нибудь. Понял. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, я занят. Когда вы понадобитесь, вас вызовут. Мне нужна буквально одна минута. Пожалуйста, выслушайте меня. У вас минута. Время пошло. Нож из клуба, которым убили Романа. Явное доказательство того, что Женю подставили. И сделали это при помощи Дениса Вострикова. Именно ему принадлежало решение поехать в клуб. Ему, а не ей. Понимаете? У вас все. Я, конечно, понимаю, что этот нож для вас подарок судьбы. Любой бы следователь обрадовался. Можно со спокойной душой закрывать дело. Но мне кажется, это как-то по-дилетантски полагаться на такой очевидный ход. По-дилетантски? А хотите, я вам скажу, что такое по-дилетантски? Это вести параллельное расследование, встречаться со свидетелем и на них давить. Нет, если вы еще раз вмешаетесь в мое дело, я приложу все свои усилия для того, чтобы вас лишили адвокатской лицензии. Я клянусь вам. Да забудьте вы о том, что я адвокат. Подумайте, какие чувства может испытывать мать, единственная дочь, которая может безвинно сесть за решетку. Вы серьезно? Нет, ну мне просто интересно, вы серьезно? Когда речь шла о моем сыне, вы совершенно спокойно подтасовывали факты и вообще не думали о том, что может чувствовать отец. Я не подтасовывала факты. Я оперировала данными медэкспертизы. Которую вы вместе с моей женой и состряпали? Все, хватит. Я не хочу об этом говорить. Вообще. Что касается вашей дочери, я вам обещаю, что я буду вести дело строго в соответствии с законом. Это все.
Дед, смотри, что я нам на рыбалку купил. Тут и мясной рулетик, и огурчики, и батон свежий. Аж хрустел. А ну-ка иди сюда. Что? Поставь пакет, сядь. И что случилось? Это у тебя что случилось? Мать сказала, что деньги тебе не давала. Откуда у тебя столько долларов? Заработал. Не ври! Мы с тобой никогда друг друга не обманывали. Ну да, правильно. И надо было начинать. Зачем ты маме звонил? Я ж просил ничего и не говорить. Она сказала, что тебя разыскивает полиция. И ты сказал, что я здесь? Она сама поняла. Ага. Хорошо. А ну-ка стой! Ты не уйдешь, пока не расскажешь мне, во что ты влип! Значит так, первый удар был нанесен в спину. Рост убийцы примерно 1,70 м, ну плюс-минус. Удар был не смертельный. После того, как жертва обернулась, было нанесено 4 удара. Один попал в сонную артерию. Это мог быть мужчина? Не исключено. Сила удара средняя. Я хочу увидеть ее одежду. Ты хочешь убедиться, что пятна крови на ней соответствуют характеру ранения на жертве? Именно. Это невозможно. Ну, ты же видишь, здесь все размазано. Скорее всего, после убийства она его обнимала. А тебе не кажется, что вот здесь, здесь, здесь и здесь чего-то не хватает? Дед, где рюкзак? Не отдам, пока не скажешь, что ты натворил. Я ничего не сделал. Тогда почему тебя ищет полиция? Я потом тебе все расскажу. Отдай мне рюкзак. Отдам, когда расскажешь. Эти деньги дали мне за одно очень важное дело, которое мог сделать только я. Говори конкретно, какое дело? Это вообще не важно, меня чуть не убили. Доигрался. Остриков, стой! Не наматывай себе срок, придурок! Пустили. Господи, кто там еще? Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Я согласен с вами. Кто-то действительно пытается подставить вашу дочь. Что у вас происходит? Кран на кухне. Все. Течь больше не должен. Спасибо огромное. Сейчас. Держите. А можно водички? Конечно. Скажите, пожалуйста, так вы что-то узнали? Есть какие-то новости? Да много разных мелочей. Пожалуйста. Спасибо.
Ну, например, одежда. Она вся была в крови, но на участках, свободных от крови, обычно еще должны быть следы мелких брызг. Угу. Хотя бы немного. А их нет. Вообще. Второе. Анонимный звонок. Вот, предположим, человек слышит крики, решает позвонить в полицию, но по каким-то причинам не хочет себя афишировать. Какова вероятность того, что у него так очень кстати для этого окажется телефонный номер, купленный где-то в переходе, по которому его нельзя идентифицировать? Очень низкий процент вероятности. Согласен. Если бы это был случайный свидетель, который по каким-то причинам хочет скрыть свою личность, ну тогда ему проще вообще не звонить в полицию, чем звонить анонимно и при этом бояться, что его вычислят. Но он позвонил. Зачем? Значит, звонок нужен был ему самому? Именно. А нужен он был ему для того, чтобы полиция по приезде обнаружила на месте преступления вашу дочь. Ну и третье. В доме у Романа Тищенко автоматически захлопывающаяся входная дверь. На момент приезда полиции она была подперта ограничителем, деревянным. Угу. Как будто специально для того, чтобы Женя беспрепятственно могла войти в дом с уже убитым Романом. Если бы Женя была убийцей, тогда Роман открыл бы ей сам, и дверь бы захлопнулась. Верно? Но она была подперта. И это несмотря на то, что свидетели давали показания о том, что в доме у Романа всегда было свежо и даже холодно, а сам он очень любил тепло и даже растапливал камин. Скажите, а вот этого всего будет достаточно, чтобы Женю оправдали? Нет, не так быстро. Убийца очень хитер. Он понимает, что дверь, звонок, одежда – это все мелочи по сравнению с главными доказательствами вины Жени. А именно, ее взяли на месте преступления – это первое. И второе – орудие убийства. Потому что нож из ночного клуба в дом могла принести только она. Но я очень люблю мелочи. Поэтому я буду искать настоящего убийцу. И вы мне в этом должны помочь. Да, конечно. Что я должна делать? Анна, расскажите мне, кто мог желать зла Жене? Я таких людей не знаю. Я думаю, Женя тоже. Ну, тогда версия номер два. Мишенью убийцы был непосредственно Роман Тищенко. Женю же он просто использовал, чтобы отвести от себя подозрения. Скажите, а что вы знаете о Романе? Женя говорила, что в юности вы были с ним близки. Это так? Была. Очень давно. Спасибо. Привет. Привет. Извини, задержался в пробке. Ну что, Жень, нам нужно с тобой выработать линию защиты. Да, хорошо. Давай-ка с тобой рассмотрим версию о состоянии аффекта. Зачем? Ну, понимаешь, шансы доказать твою невиновность, мягко говоря, стремятся к нулю. Но я же не убивала. Жень, тебя взяли на месте преступления с окровавленным ножом в руке. Ножом из того самого клуба, в котором ты провела несколько часов непосредственно перед убийством. Поверь, таких доказательств для суда будет более чем достаточно. Стоп! А как же логика и здравый смысл? Ну, вы же сами говорили, что будь я убийцей, я бы не взяла с собой нож туда, где меня могут опознать десятки свидетелей. Да, я говорил. Я имел в виду, что будь ты хладнокровным убийцей. Но ты ведь не планировала убийство заранее, правда? Ну, конечно, нет. Я не планировала и не совершала его. И вы обещали мне помочь доказать это. Я сейчас не понимаю, почему вы так резко изменили свою позицию. Потому что я, Женя, как раз руководствуюсь логикой и здравым смыслом. Нам, скорее всего, не удастся доказать твою невиновность. Но я обещаю, Жень, я сделаю все возможное, чтобы
смягчить наказание. Но я же не убивала, меня же подставили, дядя Жора. Я был бы счастлив, если бы это оказалось правдой, но пока, насколько я знаю, следствие не располагает информацией о спланированной против тебя акции. А вы сами верите в мою невиновность, дядя Жора? К сожалению, сейчас, Женя, это не имеет никакого значения. Вы знаете, я не думаю, что ваше общее с Тищенко прошлое может иметь отношение к его убийству. Скорее всего, он действительно познакомился с Женей и влюбил ее в себя только для того, чтобы досадить вам. А убийца свел с ним счеты и просто прикрылся Женей. А что вы собираетесь делать? Буду отрабатывать эту версию. Опрошу всех в окружении Романа. Узнаю, у кого был мотив ему мстить. А вы в курсе, что в гостинично-ресторанном комплексе Романа и Бориса работает ночной бордель? Нет, откуда информация? Марина узнала, чтобы помочь мне прижать Романа. И даже в полиции об этом знали. И было заведено уголовное дело, но его закрыли, потому что было недостаточно доказательств. Хорошо, я узнаю. Так вот, я думаю, может быть, в этом борделе произошло что-то страшное. И потерпевшая, скорее всего, женщина, так отомстила Роману за это. Ну, а моя Женя просто подвернулась под руку, и она подставила ее. Может быть такое? Может. Вполне. Я хочу вам помочь. Поручите мне что-нибудь. Я не могу, Анна. Я не имею права, вы же знаете закон. К тому же это может быть опасно. Ну и что? Если вы выйдете на след убийцы, вы можете стать его новой жертвой. Я этого не хочу. До свидания. Не знаю, Мария. Я, может быть, не права. Не могу вот так сидеть и бездействовать. Ты права. Я тоже бы так не смогла. Слушай, поможешь мне? Конечно, я же тебе обещала. Я уверена, что это убийство как-то связано с борделем. Там что-то произошло, и персонал явно в курсе. Значит, смотри. Мне нужно, чтобы ты там провела пару дней. Ну, потрись там, послушай разговоры. С девочкой, с администратором поговори, она такая достаточно контактная. Денег дай кому надо за информацию. Ты не переживай, я все оплачу. Я бы и сама это сделала, но Борис знает меня в лицо. Хорошо, я, конечно, сделаю все, что смогу. Отлично. А я пока начну следить за Борисом. Есть у меня ощущение, что он причастен к смерти брата. Рано или поздно проколется. Анастасия Марковна! Ой, кто пришел! Привет, Настя. 100 лет тебя не видела. Слушай, знаю про твою историю с женой и ни одному слову ее не верю. Спасибо, Настя. Хорошо, что тебя восстановили. У нас бы ни одного следака приличного не осталось. Слышала, тебе дали дело Сотниковой. Слушай, ну это ужас. Я же ее знала, Женьку. Еще подростком Аню ее приводила. Я в суде тогда работала. Такая хорошая девчонка была. Вот кто бы мог подумать. Я вот... Ты меня извини, я тороплюсь очень. Помощь твоя нужна. Да ты меня извини. Да я тебя слушаю. Год назад было открыто дело по борделю на базе фитнес-клуба, принадлежащего братьям Тищенко, Борису и Роману. Помню такое. Так его как открыли, так и закрыли. А оно имеет отношение к убийству? Может быть. Мне бы посмотреть на него. Подожди сейчас. Слушай, а я вот что-то не вижу. Реально нет. А куда оно могло? А главное, кто его мог вынести? Я же его в архив не пускаю. Спасибо, Настя. Я же все контролирую. Что за честь? Доброе утро, шеф.
Ты уверен, что оно доброе? Шеф, я знаю, что налажал, но этот Денис как сквозь землю провалился. Он в лесу там все лазейки знает. Нырнул куда-то, и все. Ладно, я тебя не виню. Спасибо. Что это такое? Рюкзак Острикова. А в нем, внимание, та-дам! Дед сначала хотел спрятать, но потом одумался и отдал. И дед не знал, откуда эти деньги? Нет. Купюра абсолютно новая, без банковских меток, так что идентифицировать, откуда они, не получится. Получается, Востриков соучастник? То есть вы хотите сказать, что он взял деньги у убийцы за услугу? Очень похоже на то. Ась! Ась! Ась, ты... Где ты был? Да, уезжал. Ты Женьку видела? Ты вообще ничего не знаешь? Что? Женя в полиции. Ее подозревают в убийстве Романа. И полиция приходила к нам в универ. И тебя разыскивали, между прочим. И меня сегодня вызывают к следователю. А Илюха где? Я не знаю, где Илюха. А дай ему наберу. Со своего набери. У меня батарейка села. Дай, пожалуйста. Ну? Дэн. Что ты сделал? Ничего. Дэн. Я ничего не сделал. Все нормально. Алло, да, Илюх? А ты где? А можно я к тебе приеду? Да, сейчас. Окей, спасибо. Давай. Спасибо. Что ты знаешь об убийстве? Я ничего не знаю, Ась. Да? А что ты так странно себя ведешь? Как только я тебе сказала про убийство, ты сразу поменялся. Я тебе говорю, я ничего не знаю. Хорошо, я вызываю полицию. Что? Ась, я тебе клянусь, я вот про убийство только что от тебя узнал. Пожалуйста, не говори, что мы с тобой виделись. Почему? Просто не говори. Пожалуйста. Да. Заходи. Только давай по-быстрому, у меня через полчаса совещание. Что у тебя? Иван Петрович, открылись новые детали в деле Сотниковой. Какие именно? Характер пятен крови на одежде подозреваемой. Деревянный ограничитель под дверью в дом убитого. Анонимный звонок в полицию. В общем, во всем этом есть нестыковки, которые указывают на то, что Сотникову пытаются подставить. Я сейчас прорабатываю все версии. Подожди. Ее нашли на трупе с ножом в руке. Она вся была в крови жертвы. И нож этот в дом тоже принесла она. Или кто, по-твоему, принес нож? Тот, кто убил Романа Тищенко. Ох, Андрей. Слушай, ты мне как сын, поэтому бить я тебе тоже буду как родного. Я не знаю, из какого перепугу ты вдруг заделался адвокатом подозреваемой, но вот что я тебе скажу. Если за неделю ты не найдешь своего так называемого настоящего убийцу, или не получишь признание от Сотникова, и не закроешь дело, и не передашь его в суд, пиши рапорт. Иван Петрович, тут еще один нюанс. Это убийство может быть как-то связано с нелегальной деятельностью братьев Тищенко и их ночным борделем. Я узнал, что год назад по нему было открыто и тут же закрыто уголовное дело. А сейчас оно пропало из архива. А вот в это нос вообще не суй. Почему? Потому что этим борделем пользовались серьезные люди. Я прав? Не суй нос, это значит, не задавай и подобные вопросы. Свободен. Есть. Вот так, значит. Значит, в тот день вы виделись с Женей только в университете? Да. Она хотела остаться ночевать у Романа и попросила меня прикрыть ее, если вдруг мама будет звонить.
А с Денисом Востриковым когда вы виделись в последний раз? Тогда же. Он еще такую штуку смешную отмочил. Выложил фотографию обработанную, где он типа с Женей обнимается. Зачем? Не знаю. Ну, он просто дико в нее влюблен. Наверное, похвастаться хотел всем, она ж модель. Ну, а он так себе парнишка. И после этого вы его не видели? Нет. Ася, вы понимаете, что Денис замешан в убийстве? Если вы его сейчас прикрываете, то это будет расцениваться как соучастие. Давайте мы сделаем вид, что я задаю этот вопрос впервые. Когда вы видели Дениса Вострикова в последний раз? Марин, что? Привет, Анют. Привет. Ну, смотри, я провела 2 дня у них в клубе. В общем, никто ничего не знает. Я уже и деньги уборщице предлагала, и той администраторше что-то говорила, но... Или действительно никто ничего не знает, или просто морозится. Понятно. Как у тебя? Много всего. Давай потом, Марин, хорошо? Да. Спасибо тебе. Конечно. Угу. Пока. Кофе с молоком, пожалуйста. Это Фролов Виктор Родионович, чиновник главного полицейского управления. Кстати, очень влиятельный чиновник. Получается, Борис работает на полицию? Или Фролов его ночной клиент? Слушай, вызови мне на повторный допрос Бориса Тищенко. Угу. И это еще узнай, пожалуйста, кому сегодня звонила Валентина Осташко. В котором часу она звонила? Около 12. Около 12 часов. Да, хорошо, жду. Анна. Я так понимаю, что просить вас не заниматься этим делом бесполезно, так что я хочу вас попросить впредь все свои планы согласовывать со мной. Договорились. Спасибо. Да. Номер, на который звонила Валентина, принадлежит Тамаре Голиковой. Это любовница Романа. Угу. Обеих ко мне на повторный допрос. Спасибо. А может быть, что они все трое замешаны в убийстве Романа? Может быть. Ну? Шеф Дениса взяли. Отлично. Здрасте. Здрасте. А можно я его послушаю? Очень хочу присутствовать на допросе. Обещаю не мешать. Клянусь, я ничего не знал. Мне позвонил человек, сказал, что Жене грозит опасность. Что когда она выйдет из дома Романа, нужно не дать ей уехать домой, а отвезти сразу в ночной клуб, в долину. Звонивший представился? Это был мужчина? Думаю, да. Хотя голос был сильно изменен каким-то аппаратом, таким металлическим. И вы не спросили его, какая именно опасность угрожает Жене? Нет. Почему?
Ну, этот человек пообещал, что заплатит мне 3000 баксов, если я не буду задавать лишних вопросов. Что было дальше? Ну, я сделал все, как договаривались. Дождался, когда она выйдет от Ромы, и отвез сразу в клуб. Ну, она-то домой не сильно-то и рвалась. Она, я так понял, с мамой поссорилась. Ну, а потом всю дорогу повторяла: мама была права, мама была права. Так, дальше. Мы приехали в клуб, и я купил себе стейк. Так, а Женя, она тоже ела стейк? Нет. Она была не голодна. Она пила джин-тоник. А потом ей пришло сообщение, и она вызвала такси. Ну, кстати, так было оговорено. Когда придет СМС, пускай едет. А она сказала, кто прислал ей СМС? Нет, она не говорила. Но она оживилась как-то. Обрадовалась, что ли. Женя брала с собой нож из стейк-бара? Нет. Зачем? А что, Рома был убит ножом из бара? Что дальше было? Я подождал час после того, как Женя уедет, и пошел в туалет и забрал деньги, спрятанные за бочком. Так, а что происходит? Почему у нас здесь присутствуют посторонние? Мое присутствие на допросе продиктовано интересами следствия. А, ну понятно, какими интересами оно продиктовано. Значит так, я вас предупреждаю, что сегодня же об этом будет доложено руководство. Угу. Развели тут бардак. Почему вы убежали от полиции? Так а откуда я знал, что это полиция? Меня вообще-то убить хотели. Кто? Когда? Ну, эта машина, она резко выехала из поворота и поехала прямо на меня. Водителя вы сумели разглядеть? Нет. Было еще темно. И к тому же машина меня ослепила фарами. Хотя машина, по-моему, была синего цвета, такого темно-синего. Я заметил, когда она под фонарями проезжала. Синяя? Да. Точно? Да. Синяя машина. Женя говорила, что видела именно такую около дома Романа. Ну, синих машин много. Но это же не совпадение, я уверена. Ну, ладно. Допустим, это одна и та же машина. Убийца. Возможно. Тогда что у нас получается? Смотри. Преступник смс-кой вызывает Женю к Роману, воспользовавшись его телефоном. Затем он убивает Романа ножом, который был украден в ночном клубе. Потом он возвращается к себе в машину и, убедившись, что Женя приехала, вызывает полицию. Все сходится. А затем он опять отправляется в ночной клуб. Правильно. К тому времени Денис уже забрал деньги, выждав час. Примерно столько убийце понадобилось, чтобы добраться до клуба. Затем он направляется за Денисом, чтобы его убить. Убрать как свидетеля. Ну и забрать деньги, конечно. Но наезд не получается, так как Денису удается скрыться. Ну. Стройная же версия. Стройная. Но очень сложная. Если бы кто-то хотел устранить Романа, то я думаю, что он не стал бы городить для этого весь этот огород, а просто нанял бы киллера. Мстить Жене. Как выясняется, у нее нет для этого серьезных врагов. Отсюда. У вас уже променад, да? Совсем нюх потерял? Слушай. Не надо, Андрей. Не реагируй на провокации. Кто теперь? Тамара, Валентина? Борис. Хотите поприсутствовать? Хотела бы. Но лучше я подожду вас в кафе. Боюсь, этот Гришко настучит, и у вас могут быть неприятности. А я этого не хочу.
Да. Разрешите, товарищ полковник? Войдите. Только что следователь Левченко в очередной раз нарушил закон. Как вы думаете, кто только что присутствовал на допросе свидетеля по делу об убийстве Романа Тищенко? Это... Что это за звонки такие? Что я вам, как мальчик, должен бегать туда-сюда? Присядьте. Что это? Не что, а кто? Это вы. А рядом с вами Фролов Виктор Родионович. Вы что, за мной следили? Не за вами. За Фроловым. И не мы, а отдел внутренних расследований. По нему ведется следствие. И я думаю, он сам за себя ответит. Но, боюсь, сделает козлом отпущения вас. Так что мне хотелось бы услышать вашу историю, так сказать, из первых уст. Скажите, Виктор Фролов был клиентом вашего ночного заведения? Фролов просто несколько раз снимал у нас сауну. Ну, а дальше сами понимаете. Нет, не понимаю. Он там развлекался с девушками. Ну, и что произошло в сауне? Да ничего не, ничего не произошло. У них все время было все по обоюдной договоренности. Просто Фролов женат и занимает такой пост. Сами понимаете, почему. Зачем вы с ним встречались? Я передал ему номер карты, куда я сбросил деньги. Какие деньги? В общем, вечер убийства моего брата, Романа, мне действительно позвонили. Я отошел к бассейну. Звонил шантажист, но не по поводу моего сына, а по поводу видеозаписей из нашей сауны. Требовал деньги. Я его послал куда подальше. А он сказал мне, что если передаст журналистам эти видеозаписи, то мои же клиенты меня сами и закопают. И что мне оставалось делать? Я перевел деньги, вот, позвонил Фролову, все объяснил. Он сказал, чтобы я ему номер карты это передал, и он вычислит этого урода. Почему вы не рассказали Роману о шантажисте? Просто где-то полгода назад Фролов помог нам закрыть одно дело, которое открыли на нас. Вот. После этого Роман сказал, что все, все, мы заканчиваем сауны с этими почасовыми совсем, потому что прибыли копеечные, а проблемы большие. Вот. А потом через 10 дней позвонил он. Кто он? Фролов. Позвонил и потребовал опять ему предоставить сауну со спецобслуживанием. Вот. Я знал, что Роман будет против на 100%. Поэтому без его согласия взял ключи и передал Фролову. Ну и договорился, чтобы там все организовали. А потом у меня срослось все. Кто на этих видеозаписях у шантажиста? Что там Фролов? Скажите, звонивший, я имею в виду шантажиста, был мужчиной? Нет, там непонятно. Он был какой-то переделанный, какой-то зашифрованный. Металлический? Да. Да, да. Металлический такой. Какого хрена ты опять суешь свой нос, куда не просят? Тебе дали дело об убийстве, им и занимайся. А Фроловым будут заниматься... Кому надо, будут заниматься.
Вы-то сами в это верите? Не твое дело! Еще раз полезешь, уволю! По статье за превышение служебных полномочий. Свободен! Есть хорошие новости? Есть плохие. В общем, вся эта история с ночным борделем не имеет никакого отношения к убийству Романа. Мотивы в другом. Поймем их, найдем преступника. Есть варианты? К сожалению, да. Почему к сожалению? Дело в том, что у Бориса, Тамары и прочих друзей Романа стопроцентное алиби. Мстить Жене тоже некому. Напрашивается вывод. Вся эта сложная многоходовочка рассчитана на одного конкретного человека. На вас. Убийца все просчитал. Даже то, что Женю, скорее всего, побыстрее постараются посадить, так как к делу причастен влиятельный Фролов. Но цель убийцы не посадить вашу дочь, а раздавить вас морально. Заставить вас чувствовать себя беспомощным. Послушайте меня, я считаю, что убийцу надо искать среди ваших врагов. Вы не представляете, какое количество бывших мужей и моих клиенток мечтают со мной поквитаться. Ну, придется поднять архивы, все ваши дела. На это уйдет куча времени. Других вариантов лично я все равно не вижу. Я подключу Алика. Кстати, если ваша Марина сможет помочь, будет очень неплохо. Я ее попрошу. И часть дел у меня в компьютере дома. Я хочу вас кое о чем попросить. Быть как можно более осторожной. Этот псих опасен, явно. Я, кстати, могу вас проводить. Да, я на машине. Я с удовольствием прокачусь перед сном с вами, если вы не против. Хорошо. Спасибо вам, что помогаете мне. Да не за что. И еще раз спасибо, что проводили. А вы закрывали дверь? Конечно. Держите. Анна, руками здесь ничего не трогайте. Хорошо. В доме чисто. Никого. А это что значит? Это акция запугивания. Этому психопату мало страданий из-за вашей дочери. Вот он и пытается вас запугать. Скажите, у вас нету случайно перчаток и пакетика? Да, сейчас. Хотя я, конечно, сомневаюсь, что здесь есть пальцы на этом стекле. Вот, посмотрите, может быть, что-то из этого вам подойдет. Одну перчатку. Одна, хорошо. Андрей, скажите, могу я попросить вас остаться? Вы знаете, Анна, после этого
даже если бы вы меня выгоняли, я бы все равно не ушел. Может быть, тогда ужин? Могу сделать легкий салат с тунцом, например. Это совсем не обязательно. Стейк у меня есть замороженный. Могу разморозить? Пожалуйста. Стейк? Да. Стейк – это хорошо. Хорошо. Значит, стейк. Какая хрупкая жизнь. Всего несколько дней назад чувствовала себя спокойно и уверенно. А сейчас земля уходит из-под ног. Я вас понимаю. Точно такой же страх я испытала несколько лет назад, когда разводилась с Гордеевым. Я тогда чуть не лишилась Женьки. А в каком смысле? Гордеев не хотел давать мне развод, пытался удержать любым способом. Пытался доказать, что я без него ничто. А я действительно тогда не закончила еще институт, без образования, без денег, с ребенком на руках. Я тогда была в отчаянии, он мне изменил, я пыталась его простить, не смогла. Мы развелись, и он пытался забрать у меня ребенка. А каким образом? Вы знаете, Женька у меня всегда девчонкой такой росла, ну, достаточно своенравной. Не признавала авторитетов и могла так просто пойти куда-то прогуляться, ничего не сказав. И вот однажды на площадке на детской я ее просто потеряла. Одна секунда, я отвернулась, раз, все, нет ребенка. Где? Туда, сюда. Оказалось потом, что она пошла за какими-то детками, за старшими, и ушла на другую площадку. Ну и там какая-то мама, видимо, поняла, что ребенок потерялся, и вызвала полицию. Вот так. А Гордеев натравил на меня органы опеки. Раздул потом целое дело из этого. Пытался доказать, какая я непутевая мать. Вы знаете, никто не мог мне помочь. Когда узнавали, что за дело берется Гордеев, все отказывались. Пришлось делать все самой. Ну, теперь мне понятно, почему вы стали заниматься разводами. Вы знаете, каждый раз я как будто мстила Олегу. Мне казалось, что правда на моей стороне. Ну, или почти вся правда. По крайней мере, ее хватало для того, чтобы раздавить оппонента. Ну, давить-то вы умеете. Этого у вас не отнять. Андрей, вы извините меня, пожалуйста. Я тогда вообще не понимала, что Вероника меня обманывает. Пьянство, угрозы, побои. Она убедила меня, что вы подонок, издевающийся над своей семьей. Ну да, ну да. Он еще не заварился. Вот так вот можно чуть-чуть. Вы знаете, Анна, мне в этой ситуации больше всего Сеньку жалко. Он ведь точно такой же, как я, неуверенный в себе и ужасно ранимый. Я, когда был пацаном, я был очень хилым и слабым. Да, и все меня били. Ну и, как водится, связался не с той компанией. Они воровали, а я у них на Атасе ставил. Ну, меня и поймали. Слава богу, попался правильный опер, которому было не все равно, почему пацан его не искатится. Теперь он мой шеф, Калюжный Иван Петрович. Сделал из меня человека. Я еще, когда был подростком, решил для себя, что если у меня будет ребенок, он никогда не останется без отца. Я сделаю все, все для того, чтобы всегда быть рядом с ним. Но жизнь есть жизнь. Ну, сейчас вы видитесь с Сеней? Да, да, видимся. Это капля в море.
Я до развода с Вероникой учил его стрелять, драться, водить машину, в общем, всяким пацанским штукам. А потом, как снег на голову, узнал о ее любовнике. Ну и напился. Сильно напился. А с утра проснулся, Вероника вся в синяках и ссадинах. Бред какой. Я не могу забыть Сенькины глаза в то утро. Я ему говорил, что я не трогал его маму. Я никогда не тронул бы. А он мне поверил. А вот Веронику это сильно взбесило. Она всегда считала, что Сенька меня любит больше ее. Упрекала меня в том, что я настраиваю его против нее, хотя зачем мне это надо? В общем, как-то так. Блин, ну как так можно? Ну? Малой, пиво принеси. Ты меня вообще слышишь? Из-за тебя все. Тебе что, тяжело было сделать то, о чем я тебя попросил? Санечка, Санечка, что случилось? Саня, что ты опять натворил? Чего? Просто надо мной издевается, понимаешь? Я всего лишь попросил его принести мне пиво. Он опять смотрит на меня, как на пустое место. Саня, скажи, пожалуйста, тебе было сложно сделать то, что папа попросил, да? Он мне не папа. Пожалуйста. Недостаточно. Пойдем. Мое терпение лопнуло. Посидишь по дому, что ты не поведешь. Пиво мне кто-нибудь принесет? Да, занесу. Андрей, мне кажется, я найду возможность и добьюсь пересмотра вашего дела. И справедливость будет восстановлена. Вы думаете, это возможно? Правда? Я помогла Веронике отобрать у вас сына. Я его вам и верну. Еще нести? О, нет, пока хватит. Спасибо, Настя. Так, девушки, вам удачи. Угу. С удовольствием помогла бы, но самой полно работы. Понятно. Мне может мстить любой из мужей моих клиенток. Здесь их несколько десятков. Почему именно такая месть? Можно же было просто устроить покушение, например. Зачем втянула все это Женю? Ведь хотел же что-то этим сказать.
Слушай, может быть, есть какой-то аналогичный случай? Не припомню, чтобы при разводе очень сильно пострадала чья-либо дочь. Да и вообще, в принципе, на моей памяти. Не помню, чтобы муж какой-то из моих клиентов так уж сильно переживал расставание со своим ребенком. Хотя... один все-таки есть. Но нет, этого не может быть. Чего не может быть? Андрей очень сильно переживает из-за расставания с сыном, но он, конечно, не такой. Аню, ты почему он не такой? Он такой же обиженный, как и многие из этих десятков людей. Да нет, нет, нет. Это не про него. Ладно, давай работать. Ты в него влюблена? Да, я взяла флешку с видеозаписью из сауны. Мне Тамара о ней рассказала. Правда, она не знала, где Роман Игоревич хранит ее, а я во время уборки разыскала. Вот, нашла. На этой флешке было много состоятельных мужиков. Рома как-то перебрал и похвастался. Потом понял, что проговорился, и замял разговор. А я запомнила. Самой искать было нереально, потому что он постоянно торчал рядом. Поэтому я подключила Валю. Пообещала ей половину того, что получим от шантажа. Тамара, это вы шантажировали Бориса в тот день? Нет. Чем? У нас тогда еще не было никакого компромата. Вся эта история с девчонкой. Она мне сразу не понравилась. Но Роме зачем-то нужно было разыграть весь этот спектакль. Жаль. Я уже не узнаю, зачем. На телефон Романа Тищенко поступило несколько звонков с номера, который нам не удалось идентифицировать. Вам ничего об этом не известно? Нет. Но у меня было такое ощущение, что им кто-то руководит. В день убийства во сколько вы пришли в дом к Роману? Рано утром. Мне надо было много приготовить, убрать. Он был один? Да. Да? Нет. А кто был еще в доме? Девчонка вот эта. Женя? Да. Я, правда, уже увидела, когда она уходила. А в котором часу это было? В 11. Да, я с остановки подходила к дому, а она из дома шла к машине. Я, правда, издалека видела, потом я зашла в дом, начала готовить, мариновать, мясо, канапешки делать, пирожки. Валентина, стоп. Вы уверены, что это была Евгения Сотникова? По показаниям свидетелей, она в это время была в университете. Сейчас мне кажется, что она была выше ростом, чем Женя. Угу. И она села в такси? Нет! Она была за рулем. Я в марках машин, правда, не разбираюсь, но это синяя, темно-синего цвета. Да, я еще подумала, откуда у такой молодой девчонки машина. Всем привет. Андрей Владимирович сказал, что вы без меня тут не справитесь. И вот он я, готов энергично включиться в работу. Здравствуйте. Чай, кофе? Привет. Кофе. Капучино. Угу. Настя, можно зеленый чай мне? Да, мне черный, пожалуйста. Можно? Да. О, дело шефа. Справка об избиении. Андрейк. Чё? Анютка, а зачем она тебе? Хочу кое-что выяснить.
Алло. Нет. Она никогда даже за руль не садилась. А что? Фига, привет. Здравствуйте, Олег Викторович. Звонил клиент, который назначал встречу на 2 часа. Он отказался от ваших услуг. То есть как отказался? Ну и как ты это объяснишь? Как ты вообще додумался спать с матерью подозреваемой? Да не спал я с ней, ничего у нас не было. Подожди, ну ты ночевал у нее? Да, ночевал. Ну? В ее доме кто-то был. Кто-то разбил бутылку вина демонстративно на ковре. Пытался ее запугивать. Ей было страшно, и я остался у нее. Ну, я поздравляю тебя. Теперь ты можешь спать с ней совершенно официально. Можешь даже переехать к ней. Потому что дело это я у тебя забираю. Пиши заявление на отпуск. Как прошла встреча? Волшебно. Клиент отказался от моих услуг. Если так дальше дело пойдет, я останусь без работы. Так а что случилось-то? Он сказал, что у меня плохая репутация. Представляешь? Понятно. Это все из-за твоей безумной дочери. Никогда, слышишь? Никогда не говори так о моей дочке. Слушай, Олег, ты не понимаешь, да, последствий? Это же как снежный ком. Отказался один, потом второй, потом третий. В твоем деле сарафанное радио просто работает на ура. Ты станешь как прокаженный. Ну, если ты такая умная, посоветуй что-нибудь. Открестись от нее. Что? Осуди ее в глазах у общественности. Скажи, как тебе больно осознавать, что твоя родная дочь оказалась преступницей. А еще лучше скажи, что она не родная. Что Анна тебе изменяла. Точно. И как только закончится следствие, ты тут же сдашь тест на ДНК. И тогда все окружающие будут тебе сочувствовать, и отношение к тебе поменяется. Ты в своем уме? Ты вообще себя слышишь, ты? Я никогда не откажусь от своей Женьки. Какой бы она ни была, она родная мне, ну пойми ты это наконец. Это не Аня, а я. Я завел любовницу вместо того, чтобы воспитывать свою дочь. И я все сделаю для того, чтобы доказать ее невиновность. Ты поняла меня? Андрей, что-то случилось? Меня отстранили от этого дела. В связи с личной заинтересованностью. Кто-то снимал нас с тобой на камеру у твоего дома. А так все нормально. Андрей, прости меня. Ты ни в чем не виновата. И это ничего не меняет. Я помогу тебе найти убийцу. Обещаю. О, вы теперь по кабинетам жметесь. Слышишь ты, я тебе сейчас бурду снесу. Андрей, давай, 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 с удовольствием посмотрю, как с тебя погоны полетят. Не делай этого, слышишь? Я вообще пришел не для того, чтобы вашими шурами-мурами любоваться. Я пришел официально сообщить, что отныне дело об убийстве Романа Тищенко передано мне. И я, в отличие от следователя Левченко, не собираюсь покрывать убийцу, об агрессии которой публично заявил даже родной отец. Что? Где заявил? На радио, в эфире. Любопытно? Пожалуйста. Ее бросил одноклассник. Какая-то первая любовь. Женя застукала его целующимся с подружкой. Так вот, тогда она устроила разгром в комнате, разбила компьютер, телефон, швыряла в стену все, что попадало под руку. Это была настоящая ярость. Думаю, если бы одноклассник оказался тогда рядом, она бы убила его. Это не интервью. Кто-то записал наш с ним разговор. А может, он сам и записал. Я смотрю, у вас еще та семейка. Гордеев, ты больной? Ты с ума сошел? Зачем ты выложил наш с тобой разговор в сеть?
Я о том, что теперь с твоей легкой подачи она неадекватная психопатка, способная на убийство. Какой же ты Гордеев. Какой же ты говнюк. Да я... Ты чего орешь? Очень интересно. Кто-то записал наш с Аней разговор о Жене и выложил его в сеть. Кто мог это сделать? Она и выложила. Кто же еще? Она тебя ненавидит и хочет в глазах общественности сделать тебя монстром. Это она только что звонила. Она в бешенстве случившегося. Ну, значит, соврала, хотела себя оправдать. Да нет, чушь какая-то. Но она не могла этого сделать. Она не такой человек. Надо срочно дать опровержение. Интересно, как ты собираешься дать опровержение своим собственным же словам, а? Что? А ведь это ты. Это ты все устроила. Что? Зачем мне это нужно? Олег. А затем, чтобы в очередной раз настроить против меня Аню. Да? Да. И как бы я это сделала? Сам подумай, как? А я подумаю. Я обязательно подумаю. Если я узнаю, что ты хоть какое-то отношение к этому имеешь, я... И что ты сделаешь, а? Разведусь. Ну вот что теперь делать с архивом, не знаю. Я выписала только часть потенциальных мстителей. Все они мужчины, а искать надо среди женщин. Как добраться до дел? Ну, у нас для этого Алик есть. Так что не переживай, прорвемся. Я думаю, тебе надо отдохнуть, Аня. Поспать, наконец-то. Сегодня у нас пятница. Пятница, ой-ой. Вероника уже трижды переносила нашу встречу с Сенькой. В итоге договорились до того, что завтра встречусь с ним, заберу его на пару часов. Завтра, ты знаешь, наверное, не получится. Мы всей семьей идем в кино, а потом в парк, так что и все мне тебя не вспоминает. Слушай, что ты изобретаешь? Что ты лепишь? Дай Сеньке трубку. Дай, пожалуйста, трубку Сене. Вероника, Вероника! Мам, зачем ты так сказала? Это же неправда. Я всегда помню папу. Так, отстань, иди поубирай в своей комнате. Чё ты стоишь? Я сказала, иди убирай в своей комнате. Мам, я хочу сказать папе, что я помню его. Так. Слушай, Сёма, этот человек тебе больше не отец. Ты понял? Больше о нем не вспоминай, он тебе никто. Иди убирай в комнате, я сказала. Андрей, прости меня еще раз. Если бы я тогда знала... Ань, не переживай. Я завтра поеду, поговорю с Вероникой. Нет, нет, не делай этого. Почему? Она может позвонить в полицию, и ты получишь официальный запрет. Тогда все исправить будет гораздо сложнее. У меня есть план. Дай мне помочь тебе. Пожалуйста. Хорошо. Вызову такси. Не нужно. Не буду. Доброе утро. Доброе утро. Как нам спалось? Ты мне снишься, что ли? Сейчас появилось такое давно забытое чувство. Какое? Чувствую себя защищенной. Мне с тобой очень хорошо. А мне с тобой? Алло, да. Привет, у меня пару твоих пропущенных звонков. Извини, не слышал.
Слушай, просьба у меня к тебе есть. Надо поднять в архиве все дела Анны. Все дела Анны? Да, мы продолжаем поиски. Понял. Давай, отбой. Пока. Эх, молодежь, молодежь. Напрасно вы не хотите сотрудничать со следствием, Евгения Олеговна. Это ведь в ваших интересах. Ваша вина практически доказана. Вы все равно будете сидеть. Но только срок можно изменить. Помните фразу? Чистосердечное признание смягчает наказание. Да поймите вы, все улики против вас. Те нестыковки, которые якобы нашел предыдущий следователь, притянутые за уши. А вот я максимально честен и объективен. И я хочу вам помочь. Ну? Все. Я готовлю дело для передачи в суд. Все. Пиши чистосердечно. Пиши. Пиши. Не накручивай себе срок. Пиши. У тебя 5 минут. Все, чтобы найти настоящего убийцу. Я им в этом помогу. Ни в коем случае ничего не подписывай, слышишь? Никакого признания, поняла? Поняла. Ой, Анна Николаевна, здравствуйте. Какими судьбами? Здравствуйте, Вероника. Нам с вами надо поговорить. Поговорить? Прямо сейчас, простите, нет времени. Меня Сашка внизу в машине ждет. Вы представляете, он такой романтик. Он пригласил меня на ужин в ресторан. Так чудесно чувствовать мужскую заботу и внимание. Да, это не то, что ожидать физической расправы каждую минуту. Это все благодаря вам. Спасибо. Вероника, а вы ведь меня тогда обманули. В смысле? Андрей вас никогда не бил? Это он вам такое сказал, да? Конечно, вы поверили. Он вас даже пальцем не трогал. А я утверждаю, что бил. О чем свидетельствует официальное медицинское заключение, а также свидетельские показания очевидца Александра. А еще красноречивая речь моего адвоката Сутниковой Анны Николаевны. Вы не знакомы? Жаль, ее речь в суде произвела фурор. Вероника, давайте Это что? Соседи ремонт делают. Откройте дверь. Нет. Откройте, я вам сказала. Вы не имеете права, это частная собственность. Отойди от двери. Дай ключи. Быстро! Какой? Этот? Синяя, сынок, иди ко мне. Вы не понимаете, я... Просто он себя плохо вел и был наказан. Ты что, его бьешь? Нет, 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 нет. Просто Сенечка очень активный мальчик, он сам бегает и обо всем ударяется. Ты бьешь ребенка и сейчас собиралась уехать в ресторан, заперев его в темноте? Да нет же! Я бы обязательно вернулась. Это было в профилактических целях. Видит, чтобы тебя лишили родительских прав. Да ты не понимаешь, он просто мне бесит, он все делает мне назло. Еще хоть раз пальцем его тронешь, посажу.
Да-да. Виталий Миронович? Здравствуйте. Присаживайтесь. А я к вам от Вероники Левченко. Ага. Припоминаете? Я была у нее адвокатом на бракоразводном процессе. Меня зовут Анна Сотникова. Угу. Ну и чем могу быть полезен? Видите ли, Виталий Миронович, одной моей клиентке нужна точно такая же справка, которую вы делали тогда Веронике. Угу. Угу. То есть вам нужно, чтобы я засвидетельствовал побои? Именно. Сумма в 500 долларов вас устроит? Понимаете, какая штука? Дело в том, что у Вероники Максимовны, у нее же были уже перед этим определенные побои. Да-да, конечно, понимаю. Угу. Которые она сама себе и нанесла. Виталий Миронович, ну вы же понимаете, что Вероника поделилась со мной всеми подробностями. С адвокатом нужно быть предельно откровенной, впрочем, так же, как и с доктором. Иначе суда не выиграть. Ну, скажем так, 700 долларов. Другое дело. Да? Я же ведь, знаете, тогда даже почти не погрешил против реальности. Да, да, конечно. И мы сейчас с вами пойдем тем же самым путем. Угу. Договорились? Ну, прекрасно. Тогда я могу ее позвать? А что, она здесь? Конечно. Ну, да. Пожалуйста. Хорошая работа, Анна. Капитан Левченко. Официально вам заявляю, что весь этот разговор записывался и теперь будет использоваться в суде. Вы понимаете, о чем я говорю? Да? Да? Точно? Хорошо. Садитесь и пишите. Так, а что писать-то? Вы знаете Веронику Левченко? Пишите, при каких обстоятельствах вы вступили с ней в сговор и выдали ей фиктивное медицинское свидетельствование. Кстати, доктор, это была ваша идея? Да нет, конечно. Ну, она меня умоляла. Я бы сам ни за что в жизни за вот это... Ну, вот так и пишите. Пишите, доктор, пишите. Пишу, пишу. Привет. Привет. В архив. Закрыт архив. В связи с пропажей документов идут разбирательства. Там мне на минуточку. Извини, никак нельзя. Здравствуйте, Анна Николаевна. Что, не ждали? Что это значит? Что? А, это значит, что лимит свиданий в этом месяце у вас исчерпан. Но я могу подумать, чем вам помочь, если вы останетесь благоразумными. Дайте-ка угадаю. Я должна убедить свою дочь, что только чистосердечное признание способно смягчить наказание, которое ее ждет. Вы необычайно проницательны. Настя! Ой, ой, какая прелесть! Какой хорошенький, а вы сюда? Ой, какой... Это тебе. А мне? Да. И конфеты тоже. А, попросить чего собрался? Руки и сердце. Шутка. Жаль. Но маленькая просьба все же есть. Валя, шутник. Да, Марина. Привет. Привет. Я знаю, кто убил Романа. Кто?
кто? Мне нужно проверить эту версию, я хочу ее с тобой обсудить. Можно к тебе приехать? Конечно, можно. Нужно, Марин. А у тебя как дела? Да Гришко отказал в свидании с Женей. А мне нужно было ее проведать, понимаешь? Убедиться, что с ней все в порядке. Слушай, я тут рядом, недалеко, могу к ней заехать. Может быть, что-нибудь завести ей? Марина, спасибо огромное. Она любит сок апельсиновый. Я тебе все в СМС напишу. Спасибо тебе. Да, поняла. Пока. Хорошо. Пока. Пока. Привет. Что ты здесь делаешь? Привет. К Насте заходил в архив. Она мне должна вынести остальные дела. А ты куда? Я к Женьке. Они не разрешили свидание и попросила отнести передачу. Понятно. А вот и твоя Настя. Ну, пока. Пока. Спасибо. Вот. Филипп Краузе. Иностранец, что ли? Донец наш. Андек. Филипп Краузе. Очень знакомое сочетание имени и фамилии. И я откуда-то его помню. Откуда? Точно, год назад. Все правильно. Мужчина разбился на машине вместе с девочкой. Дима, наш эксперт, еще устанавливал, не было ли там самоубийства. С ребенком в машине? Самоубийство? Там какая-то очень темная история была, целая драма. Жена, любовница, вот эта девочка, которая погибла, это была дочь любовницы. Так получается, что он муж клиентки Анны? Алик, а ну-ка найди-ка мне в сети все, что сможешь по этому делу. Фото, адреса, все. Заходи, Мария. Ну, как она? Слушай, Женька держится молодцом. Я все сделала. Я отдала передачу, и она просила передать тебе, что очень тебя любит. Марина, спасибо тебе. Аня, Аня, ну все, все. Что там по поводу твоей версии? Слушай, я считаю, что Романа убила Валя. Валентин, да. Он домработница? Да, из ревности. Она была тайно влюблена в него. Смотри, он ее соблазнил, воспользовался, а потом выбросил ее из этих вот отношений. Вот. И вот посмотри сама, смотри, она приехала якобы убраться после вечеринки, а на самом деле она убедила полицию, что убийца Женька. А зачем тогда она потом говорила Андрею, что женщина, которая приехала утром к Роману, была всего лишь похожа на Женю? Потом синяя машина, алиби. У Валентина на момент убийства алиби. Нет, Марин, прости, но это ерунда. Садись, сейчас чай попьем. А где у тебя можно? Вторая дверь по коридору. Так, чаек. Чаек. Фух, ну слава богу. Марина! Марина! СМС пришла. Мой видеорегистратор снял убийцу Романа Тищенко. Я готов отдать вам видео за вознаграждение. Встретимся здесь. Карта прилагается в рыбацком домике в 2. Но предупреждаю, никакой полиции, иначе встречи не состоится. Запись регистратора будет уничтожена. Кто это? Не знаю. Так, все, я еду. Сама? Я тебя не отпущу. Нет, Марина, я не хочу рисковать. Это может быть убийца. Да нет, вряд ли. Он не стал бы оставлять такие следы, если тебя можно просто было бы убрать по-тихому. Логично. Слушай, я поеду с тобой. Давай, мне будет спокойно. Хорошо, я возьму деньги и позвоню Андрею. Андрею обязательно позвони. Аня! Здесь же в СМС написано никакой полиции. Андрей полицейский. Может, еще кофе? Нет, спасибо. Благодарю. А, вот Филипп Краузе. О, пожалуйста. Статья сразу же. Так, а вот смотри. Любовь Яковлевна Краузе. Жена. Так.
Стоп, стоп. Так, а это, вероятно, его любовница. Марина? Ого! Это нам что, придется идти пешком, что ли? Судя по всему, да. Но тут недалеко, прямо. Шеф, вспомнил. Я же сегодня видел Марину. Она приходила к Жене в СИЗО. Марину? Так, давай в СИЗО, быстро. Быстро, быстро, понял, быстро, понял, Алик. Понял. Похоже, что здесь. Слава богу. Вызывай скорую, быстро. Паш! Паша! Когда приедут, скажи, чтобы руками на столе ничего не трогали. Алик, 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 Алик. Да. Надо найти Анну по радиосигналу. Действуй быстро. Понял. Держись, держись, родная. Держись. Пульс есть, слава богу. От кого? От Андрея. Шеф, мы уже недалеко. Сейчас мы их быстро найдем. Кстати. Красава. Очнулась? Поднимайся и садись за стол. Быстро. Судя по карте, здесь есть два объекта. Заброшенная лодочная станция и рыбацкий домик. Станция ближе, так что начнем с нее. Ну что, погнали в темпе. Пиши. Моя жизнь потеряла смысл. Пиши, я сказала. Я совершила в своей жизни много ошибок. И за это была наказана. Тем, что моя дочь оказалась убийцей. Почему ты это делаешь? Имя Филиппа Крауза тебе о чем-то говорит? Ты защищала его жену во время развода. Да, помню. А о том, что он погиб во время аварии, это ты знаешь? Врезался в стену на полном ходу. С ним в машине была наша дочь. Я потеряла их двоих в один день. Сочувствую, Марин. Из-за
из-за тебя я их потеряла. Ты же хотела его что? Прищучить? Ты хотела его разоблачить? Из-за тебя свои активы он отдал жене, которая просто безмозглая курица. Но ты же всегда на стороне обиженных и униженных тупых баб. А мы с Филиппом, мы любили друг друга, и у нас был ребенок. И мы могли вместе прожить долгую и счастливую жизнь. Я думаю, там надо еще проверить. Какое отношение я имею к аварии? Самое прямое. Из-за тебя он потерял все. Ему позвонил его адвокат и сообщил об этом, когда он забирал со школы нашу дочь. И у Филиппа был такой стресс, что он просто не справился с управлением машиной. Но он же мог не садиться за руль. Заткнись! Сначала я хотела покончить с собой, а потом решила, что это будет неправильно, уйти не отомстив. Хочешь знать, как все было? Как я сумела обвести тебя вокруг пальца? Я поменяла фамилию, а потом я изучила твою жизнь вдоль и поперек. Я сделала ставку на Гордеева, но когда увидела, что этот идиот все еще тебя любит, я нашла Романа. Он оказался идеальным соучастником. В меру глупый, но с ужасно раздутым самолюбием. Я пришла к нему с конкретным предложением наказать тебя. И он завелся с полоборота. Да, ему ужасно нравилось издеваться над тобой и твоей дочкой. Этот идиот даже не понял, что сыграет роль трупа в моем спектакле. И когда я сказала ему вывести всех и начнется самое интересное, он даже не спросил, что именно. Так нравилось ему водить тебя за нос. Это ты устроила цирк на парковке от имени Лужина. А потом я героически тебя спасла, да? Чем заслужила твое бесконечное доверие? И ты шантажировала Бориса. Это было ужасно весело. Я сыграла на его страхе за собственную шкуру. А деньги отдала этому парнишке. Страх одного и жадность другого. Отличные помощники. Жалко, парнишка сбежал. Даже если бы ты сбила Дениса насмерть, мы бы все равно вышли на тебя. А твой любимый Андрей уже вышел. Но не сможет ничего доказать. Это ничего не изменит. И тебя это не спасет, потому что ты сгниешь на дне реки с простреленным черепом. Но перед этим я хотела бы, чтобы ты до конца прочувствовала, каково это. Каково это потерять дочь. Ты больна, Марина. Тебе надо лечиться. А дочь я не потеряю. Ее оправдают. Это не имеет никакого значения. Твоя дочь мертва. Жени нет. Да. Да, я отравила ее. Дописывай. Иначе я прямо сейчас продырявлю тебе башку. Зачем тебе это письмо? Полиция все равно уже знает всю правду. Ты же юрист. Ты лучше других знаешь волшебную силу бумажки. Тебе не уйти. Всплывет масса деталей. Например, этот пистолет. Откуда он у меня? Я взяла его из вещдоков, к которым ты имела доступ.
тому же на нем будут твои отпечатки. А это место? Почему я решила застрелиться именно здесь? О, тут все просто. Неделю назад ты написала мне на почту письмо, что присмотрела домик, который хочешь купить. Мол, когда Женю оправдают, привезешь ее сюда, природа лечит и все такое. Я не отправляла тебе такого письма. Правильно. Это я отправила его с твоей почты и удалила. И оно осталось у меня во входящих. Пиши давай. Марина, брось! Я не шучу, убери пистолет! Окей. Брось пистолет! Стреляй на поражение! Все будет в порядке. Спасибо. У вас есть 5 минут. Он еще очень слаб. Папка, я знал, что ты меня не бросишь. Я тебя никогда не брошу. Никогда, ты это запомни. Двоечку. Молодец. На работе вас уже все ждут. Полковник Калюжный каждый день спрашивает, как вы Фролова, кстати, посадили. Его действительно вел отдел внутренних расследований. Ну, Калюжный просто не мог вам сказать правду. Секретная операция. Сень, а ну пойдем допросим медсестер, когда мы уже папку отсюда забрать сможем, а? Иди, сынок, иди. Прости, я в таком виде. Врач сказал, теперь все будет хорошо. Давно я здесь? 10 дней. 10 дней? Все это время врачи боролись за твою жизнь. Как Женька? Все хорошо. Вы вовремя успели. А Марина? Ее вина доказана, и ей теперь грозит пожизненное. А против Вероники возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с ребенком. Пока идет разбирательство, ты получаешь опеку над Сеней. Аня, так благодарен тебе. И я не понимаю, почему ты со мной так возишься. Потому что я тебя люблю. Правда? Правда?